Отлично, замечательно. Все, я стартанула. Сейчас я это уберу сразу сюда. И вот так. Всем привет, всем здрасте. С вами я, Екатерина Пряникова. Со мной сегодня ребята. Артём и Влад. Мальчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня будем играть в Division. Кто в курсе, кто следил когда-либо за моими стримами, те знают, что в 2019 году, когда были бесплатные выходные у Division, я пыталась его застримить еще в июле, по-моему, но что-то пошло не так, и стрим не состоялся по итогу. Так вот, ребята меня сглатовали, и сейчас будем пробовать. Значит, мне нужно будет комментарии в чате по звукам. Все ли хорошо, все ли слышно, как звуки игры, звуки ребят, мой голос, может что-то поднастроить. Там лаги, не лаги, фризы, не фризы, это тоже желательно, если вдруг кто увидит, напишите. Ну, и все, я думаю, пора заниматься моим обучением, потому что я ничего не помню, ничего не знаю. Мне тут ребята пытались чуть-чуть объяснить. Но пока что ничего не понятно, но очень интересно. Погнали. Короткое объяснение. Берешь и стреляешь. Берешь и стреляешь. Хорошо. Шутер, шутер. Да, берешь и стреляешь. И как бы нормально. Я вчера запускала. Вроде не больно бьют. Я вчера, когда запустила, я что-то нажала на какую-то кнопочку, вылез дрон, кто-то закричал: «О, дрон!» Моего дрона расстреляли, и потом меня замочили. На Q, у тебя на Q это, по идее, должно быть доставание дрона. Угу. Он будет летать и отстреливать противника. А, ну, у тебя не будет отстреливать, тебе надо указать точку, куда он полетит. Угу. То есть он летит от своей позиции до точки и сбрасывает бомбу. Этой траектории. Угу. А пока мы бежим на твою миссию. Это что, твоя миссия торгового центра Джефферсона, правильно, должен быть? Да, 300 метров до него. Да. А что это такое? Что активировать? Нажимаешь. А, все, это типа голограмма. Да. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. На. Боятся, что их вызовут охранять карантинную зону. Ага. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Частичка сюжета. Привет. Если он тут есть. У нас Division 2, зайчик мой маленький. Как у тебя дела? Как твое настроение? Да ладно, я с тебя. Вон там дядька чувствует себя стариком. Я сегодня тоже чувствую себя стариком. Несмотря на то, что я девочка. Да не загоняйся ты так. Гони бумажник. Или мы тебя порежем. Порежут нахуй просто, блядь, на, сука, блядь, стейки. Статус мертв. Алло, полиция, звоните ментам, вызывайте мусоров. Держись, ёпта, блядь. Все хорошо? Активировать. Фу. Не, это снова оно тебя запустит, давай. Да, нахуй тогда. Бежать. О, смотрите, тут манекен. Ой, упала. Как же это не манекен. Подожди, а что здесь пробел? Немножко мертв. Забраться? Нет, пробел это укрытие. Это прислониться к укрытию и использовать его как укрытие. Вот смотри. Укрытие работает как укрытие. Да. Вот смотри, видишь, я могу подойти сюда, нажать вот и укрыться как бы за этим. Ага. Потом ты можешь перевестись на следующее укрытие, зажать пробел и ты автоматически перебежишь за него. Подожди. Вот смотри, вот прислонись к укрытию, потом наведись, например, на вон ту клумбу и тоже зажми пробел. Вау! Обосраться, блядь. Скажи, как перепрыгивать. Нихуя себе, контрол. Давай замочим кого-нибудь, блядь, там стреляют. Вон пиздрики. На нахуй, блядь. Простите. Да что убегаешь? Ах ты, блядь, такая. Так, мы тут два снайпера. Где снайперы? Мы два снайпера, но один из нас медик.
Так, надо турельку поменять. Снайпер-медик, это интересно. Ну, я сзади буду всегда. Пришла только с магазина, птичку спасла. Ух ты, пищала птичка. А что не так с птичкой было? Да ты ж моя сладкая. Мария шла с магазина и спасла птичку. Там мальчик в руках держал птичку, она пищала. Я думаю, он ее сильно зажал там, скорее всего. Так вот. Вот так вот? Я пока что не понимаю, что происходит. Можно мне в кого-нибудь попасть? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, в голову. Не хочет он. Он не хочет, чтобы я ему в голову била. Мне лайк за смелость поиграть. Это... Ой, спасибо. Мне 1 000 000 000 000 лайков. Я буду очень рада. Опа. Это что, это лайк был? Ну, можно и так сказать. Смотри, сейчас я пойму, как в это играть, и расстреляю тебе жопу. Так, тихо-тихо-тихо, противники. На кого он там говорит так? Перезарядка. О, мне нравится стрелять. Подожди, а где еще? А, вон еще чуваки. ППшечки мои любимые. Это пока самое примитивное. Ну это, да, я так полагаю. Учитывая, что я... Ой, взрыв. Учитывая, что я такая маленькая. А тут что насчет Friendly Fire? Нету. Ну пока мы не в черной зоне, или как это называется? А что это такое? В черной зоне, да, его нет. Вот это да что и там такое? Повредить своего сложно. Взять все. Я что-то взяла. А, это наколенники, это лут. Это снаряжение. Угу. Собирай все. Да, пока да. 5000 в первой и 700 во второй. Вижу. Надоело, господи, кошмар. Я не представляю, как можно так долго отдавать времени игре. Хотя в свое время. Да, хотя в свое время я задротила лисичка. В MMORPG. Где лисичка? Где? Под машину убежала. Не видел. Лиса? Вот под эту машину лиса. Можно ее вытащить оттуда? Не знаю, вряд ли. Ну-ка нахуй. Серьезно? Лази. Да. Она под машину спряталась. А если сделать так? Ой, блядь! Кажется, она умерла. А за что ты так жесток с ней? Да я никого не видел, может ему показалось. Я видел. Блин. Я ни разу лесу не видел. Будем надеяться, что птичка будет себя хорошо чувствовать. Что из себя представляет игра? Мария спрашивает, что из себя представляет игра? Лутер-шутер. Это шутер. Лутер. Бегаешь, лутаешь, всех убиваешь. Я люблю. Go raid? Go, блядь. Идем, Катя. Идем, куда идти? Вон, товарищ нас уже бросил, убежал. Как он посмел? Что это такое? Надо что-то нажать, параметры операции. Сюжет. Узнайте историю падения. Хорошо, будет исполнено. Идем. Пока что нам недоступны более сложные эти миссии. Эти перекаты, как Dark Souls. А что за перекаты? Как их делать? 2 раза пробел нажимаешь. Ёб твою мать. Вот так вот. Она не знала. Вот так вот. Что это? Кто это зеленое что-то делает? Это мой улей. Он лечит. О, там кто-то кричит матерными словами. Я вообще не слушаю никаких матерных слов. Может, на английском нету матерных слов? Там чувак ходит, как будто ему в жопу пулей попали. О, бочка взорвется. Господи, шикарно. Ну что, красная взрывается. Боже, мне нравится. Я убиваю людей. Вот бы жизнь так. Мы спасаем Вашингтон от зеленой чумы. Слушай, я в восторге. Да, зеленая чума вырвалась. Когда один человек во время Черной Пятницы, собственно, эту чуму выпустил на деньги. То есть он как бы заразил деньги этой чумой. Ну и, соответственно, из-за огромного денежного и
товарооборота. Барышня, это что такое? Ну, это пятницу. Так, у меня пока что еще проблемы с ориентацией на местности. Ориентацией? Да. Я еще не определилась, какой я ориентации. А тут нечего определять. Не умеешь нормально стрелять. Слушай. Выбор небольшой, да. Я вот тоже не особо... Выберешь Артёма, я держусь. В стрельбе? Чё-чё-чё? Ой, все. Выберешь Артёма, я обижусь. Я сделаю вид, что не слышал ничего. Господи, вы интересные. Перехвачено, блядь, что-то. Ну подожди, это мы в театре? На нас напали. Подожди, там что-то взять можно. А, это торговый центр. Убейте нахрен, блядь, всех. Давай, открывай двери. Ламывайся. Огонь на поражение. Давай, Кать, вперед, я сзади. Что тут за ящик? Это патроны. О, прикольно, можно пополняться. Надо собрать пушку хорошую. Где олень? Это не я убил его. Божечки, ребрышки, мамочки. Собака. Какой кошмар. Это что такое? Не отступать и не сдаваться. На тебе, блин. Блин, красненькое это типа криты, что ли? Ни хрена не вижу. Когда красным попадаешь, это крит? Вернее, попадание. Когда красным светится. Давай. Ух. Да, это попадание в голову. А, это попадание в голову, шикарно. Вот смотри, Кать, ты можешь призвать тоже своего дрона через Q. Хорошо, дрон приедь. То есть вот нажимаешь. Угу. А, у меня Е, это на Е, А, у меня Е, хорошо, Е. О! И выбирай точку. Выбирай точку Е. Ой, взорвалось. Все, вот он пока летит, он сбрасывает бомбы, и потом. А, у нее бомбардировщик. Да. Пока что ничего не понятно мне. Я научусь. Просто не забывай его использовать. Ладно, я постараюсь. Тут что-то взять. Мобильное устройство обнаружено. Где там? Это кусочек истории. Ой. Так, сейчас машинка поедет. Сейчас машинка поедет. Машинка поедет. Минус машинка. Да, машинка со взрывчаткой. Класс. Что это там такое? Что это такое? Фу, взять. Надо ж пригибаться, наверное. Как обстоят дела? Я Артёма использовался. Ой, мама. Что это в меня кидается? Это мои наноботы. Они лечатся. Наноботы? Аккуратно. Машинка! Она опять за Владом поехала. А, она это вы издеваетесь, теперь машинка за мной. Опа. Так, если там в чате интересно, то у меня, сейчас скажу, сколько часов в Дивижене. Сколько у тебя часов? 5 расскажи. 5000? Да нет, меньше, сейчас. 4000. Опа. Всего 200 часов. Катя вылетела? Алло. Катя, ага, я жива, игра зависла. Алло, да, все хорошо. Она в slow motion вошла. А меня... Нет, в смысле, в игре она шволится. Вы меня слышите? Да, мы да, тебя да, слышим да. Прекрасно. Угу, замечательно. И что нам делать? Это особенность игры такая? Вот что... Первый раз вижу. Первый раз вижу. У меня вчера, я когда запускалась, я поймала такую же фигню, у меня игра тупо зависла. Сейчас, секунду. Alt F4, да, единственный вариант. Блять, ты пытался ее убить? Да. Меня убить? Ну, да, он пытался тебя убить. Он даже не скрывает этого. У меня она ни на что не реагирует. Ну, видимо, ребят, к сожалению, придется делать. Причем в диспетчере
диспетчере то она не подвисла и ничего такого она особо не нагрузила, чтобы впадать в ступор. Не знаю, у меня, я первый раз такое вижу. Да. А все 200 часов у меня такого не было. 200 часов, так, все, ладно, я снимаю задачу. Хорошо. Наша песня хороша, начинай сначала. Видеопоток поступает слишком медленно. Ребята, у меня еще проблемы, по всей видимости, с интернетом. Может быть, это и дало толчок чего-нибудь может интересного. Так. Стекла постреляем. А мне по итогу играть. Я не знаю, Мариюшка, что это такое, но это что-то вообще неподвластное моему разуму. Как, ребят, как сейчас идет поток, мой голос и все? А говорю нормально, да, все хорошо. Сейчас включу. Не крякаю, не вякаю, все норм, да? Нет, все нормально. Все прекрасно было слышно с самого начала. У меня просто сейчас YouTube пишет, что у меня видеопоток поступает слишком медленно, но у меня нет никаких проблем с битрейдом. То есть битрейт в зеленой зоне, все хорошо. Так, мне как по итогу так вам вернуться? Сейчас я тебя... Сейчас он тебе инвайт кинет. Было зависание только когда игра вылетела. Хорошо. Сейчас. А ты можешь нажать пойти продолжить, и тебе закинет к нам, потому что ты все еще в нашей пати считаешься. Да? Так, ладно, да. Нажимаю продолжить. Меня закинет. Пряник ходит в сеть. Да, сейчас закинет. Хорошо. Господи, как хорошо, что много знающих ребят, и вы мне подсказываете и не даете мне запаниковать. Подожди, Влад, ты так не сказал, сколько часов у тебя в игре? Я или сказал, я послушал? 200-200, да, он же сказал, это что... Это много или мало? Это мало, но... А тут есть чем заняться, но... А куда вы стреляете? А что вы там нашли? Стекло бьём. Пойдёмте, я... Попробуй, это весело. Попробуй разбить стекло с пистолета, это весело. С пистолета? Ну, просто в пистолете бесконечные патроны. Или телевизор расстрелять. Да. Надо ей лампочку найти. Мы вчера полчаса лампочки стреляли. Мы вчера бежали все лампочки на пути отстреливали. А вот, посмотри наверх. А что там? Вон лампочка наверху. Лампочка наверху. А почему я не могу ее разбить? А, это не такая. Это не такая лампочка. Лол. А это? Вот это такая? Нет, они особенные. Открываем шире двери. Мы не ели две недели. Входим. Входим и выходим. О, смотри-ка. Прыгай. Серьезно? Серьезно, прыгай. Матерь Божья. Нет места. А ты думала сказку? А как прыгать? Control. Ну да. На B? В смысле, на геймпаде я сказал. Тут ты. Бомба. Вот мы когда снимаем, постоянно как прыгать? Ну, Control, как на геймпаде, да, Control. Кто там? Дай голову свою. Что он там делает? Он что-то делал. Нехороший. Вообще. Ра-та-та. Так, этого плохо видно. Ой, это ж ты. Рядом активный маячок. Рядом активный маячок. Да, в кого-то я из своих стрельнула. Но это же можно, да? Можно, да. Можно. Хорошо. Я буду в вас стрелять. Я буду вас убивать. Ну, убить-то не хорошие нам игры. Получится. О, вот это лампа идея. Зайка да, моя, спасибо вас большое. Вас. Ребята, мальчики мои дорогие, нам Мариюшка желает хорошей игры. И она побежала делать дела, и нам передает чмоки-чмоки. Вот так да, тебе, моя и, зайка. И, чмоки-чмоки. И завтра удачи, я жду... Да, тебе удачи. Завтра я жду твое сообщение. Я надеюсь, мы завтра с тобой вместе поиграем. Ничего не видно. Ничего не видно. А должно быть это что-то видно. Это я лампу разбил. Это я вот лампу. Так лучше, да? Зачем? Вот эту лампу разбей. Какую? Вот нано.
Надо ровно в лампочку подстрелить. Я что-то и так на. Я что-то сломала. А у меня, ребята, всего лишь 1 час наигран в этой игре. 1 час и 40 минут было на момент вчерашнего запуска и проверки. Я супер великий геймер. Если надо кто не знает. Понять, почему она у тебя вылетает, потому что я не знаю. Взаимодействовать надо нажать, да? Доступ разрешен. Да. Спишемся, обязательно спишемся. В первой мобы летать умеет. Это огонь. Взять все. Полностью восстановить функциональность ИСАКа в этом районе. Теперь надо найти пропавшего агента. Надо найти пропавшего агента. Продолжаем. Перехвачена радиопередача. Говори. Перехвачена радиопередача. Ой, что с тобой? Меня током токнуло. Зачем? Потому что не надо стрелять по щитку. Что там за ор? Ой. Если он вам нужен, заключим сделку. Вы свалите, а мы вернем его невредимым. Почти. Там идут так, враги. Куда? Вон. О, надо их убить. Го-го-го-го-го. Обязательно. Отодуваемся. Тут лут. Лут? Блин, что же выбрать? А что же выбрать? Что? Подожди. Да турельку поставь и иди за лутом. Ты как у будто... меня нет турельки, я пошел за лутом. Где враги? Дрона выпусти в них. Дрона... А я кого-то выпустила. Она уже выпустила. Вон же летает, вы че? Катя, это мой лечись. Дрон. Это мой дрон летает. Подожди, а я свой выпустил уже. А, у нее на перезарядке. Понял. Да, им еще нужен кулдаун небольшой. О боже, я стреляю вообще как боженька, блять. Мимо. Ой, там что-то с фиолетовым этим. Фиолетовый это сильный враг. Сильный враг. Усиленный. Да. Ой, что-то бахнуло. Это мой дрон. А, это дрон твой? Да. Кстати. Кажется, кто-то попал. Да, я попал. Я ослеп. Ах ты мразь! Катя, у них на... Чё? У некоторых из них на бедре есть такие оранжевые или красные сумки. Ага. По ним надо... По ним стреляй, это их слабые места. Если там гранаты, они взорвутся. Если там специальный... этот... Я скоро умру. Спрейть? Где? А где ты? Зажми В. В. Зажми русская М. Иду. На. Все. А, у нее же аптечки еще есть. Да, я хотел ее как раз научить пользоваться аптечками. Ага, я научилась. Кажется. Я то пока что... Хорошо, но они не бесконечные. Я пока что... Не бесконечные, но чисто как для практики можно было ей дать один раз похилиться. Я даже забыл их существование. Ой, этот... Господи, прости. На. Ты куда футфакер побежал? Ух. Нормально. А где фиолетовый? А он уже давно умер. А, он умер? Да. Простите. А, всё, мы... У нас и получилось, да? А где? Да. О, кстати, у тебя же там ключик был. Иди сюда. У меня? Да, подожди, у тебя. Вот тут лут. Мы ж ключик. Вот какой-то ключик. Ключик от специальной... Взять и сразу прослушать. Если я его открою... У всех откроется? Все получат, да. О, ни хрена себе. Вы мне ключик должны, господа. Где он, кстати? Где твой кейс? Вот этот, да? Да. О, я могу открыть, ты прикинь. Ну, так у тебя же ключик есть. Хотя. А? Да-да. Вот. Мурмел? О! Я что-то взяла. Это синий дали, дробовик. Дробовик? Угу, синий дробовик мне дали. Инвентарь. А у вас? Пистолет достался. Вот так тебе и надо. А мне что досталось? Пиздюлей? Не знаю, что тебе досталось. Мы не знаем, что тебе досталось. Ай, боже. Там кто-то орёт у тебя. Или это у меня? Это у меня кто-то орёт.
Ага, ага. Помочь пиплам. А, она опять говорит, если он вам нужен... О, да. Взять. Что это? Патроны. Ага, хорошо. А, смотри, Катя, подожди. Зажимаешь, а нажимаешь I. Серую ПП, а как их поменять? Через I, то есть смотришь. Ну... Чего там, урон больше, и так далее. Урон это что, вот где... Вот, вот нажимаешь, нажимаешь на оружие. Угу. Сейчас я объясню. И вот у тебя есть первая циферка УРН. Да, я вижу. А УРН это выстрела в минуту. Скорострельность. А МАГ это количество патронов в магазине. Ага. И мне надо серую ПП поменять на зеленую. То есть вот эту ППшечку надо сменить на зеленую, да? То есть просто может что-то, у чего больше урона. Можешь вообще взять, я вижу, у тебя есть армейская... как там она? Которая 175 урона наносит. Угу. Она автоматическая будет. А как ее? Все, я просто на нее нажала, и она будет... Дважды на нее нажимаешь, и все. Вау, блин. Круто. Есть, когда у тебя там единичка появится, ага. Да, вот, или двоечка, да, вот это вот первый или второй слот. Хорошо, хорошо, я поняла. Все, дальше смотри, сейчас, давай дальше чуть-чуть. Дальше пройдемся по снаряжению, что там у тебя есть. На И нажать, да? Да, И или Б, то есть Б, английская B. Угу. У тебя есть что-то получше, чем то, что у тебя? Чем серое? Ну... Серое. Зеленый? Зеленый тактический рюкзак. Ну вот его можешь надеть если... Броник. Защитные наколенники, какие-то перчатки или чё? Чё это за хуйня? То есть, то, что отмечено галочкой слева, это то, что у тебя надето на тебе. А, все поняла. Хорошо. Принято. Принято, мой капитан. Так. Блять, все понятно. Ну и все, значит. Ну и хватит пока. Да. Ну и хватит. Фига, да. У дробовика 5000 урона. О, и шапочка Деда Мороза. Это что за дробовик у тебя такой? Это должен быть 770. Мой дробовик. Экспресс. С таким уроном. Это уровня. Вот он. Вот он. Мне, кстати... У тебя тоже шапочка, как у Деда Мороза. Ой. Господа, Катя, надевай. А у меня нету. Где я вам возьму? Гардероб, открой гардероб. Под инвентарем. Ой, инвентарь. Гардероб. Там на Q нажми, на Q, да. И вот тут твоя косметика. Моя косметика? Косметика. У нас тоже есть косметика. Подожди, типа... А у нее нету, у меня нету, да. Тогда тебе, может, придется... А вот видишь, контейнер у тебя горит слева. Нажми туда. Нет, подожди. Это в инвентаре контейнер? Это который в гардеробе. 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 Контейнеры. Хорошо. Открывать. О, это как в этом. Господи. Да. Да, это открыть контейнер. Подожди. Уже давно не наво. Надо зажать. Открываем контейнер. Во, сейчас Пикачу оттуда выпрыгнет. Пика-пи! Пикачу! Штаны! Штаны где? Надевай. Или снимай. Старые снимай, новые надевай. Лучше снимай. Как? Г. G использовать. О, зеленые, ну какие-то такие. Дожди. Коралловые. Так, а я G нажала. Надела. Применить. Ладно. С веревкой. И вот это еще открыть. Да, открывай все контейнеры. Просто вот. Magic. Еще штаны. Больше штанов. Блять, штаны надевай. Одну на одну ногу, другую на другую штанину. Подождите, а в этих контейнерах в них просто что-то... А, то есть это не... Это не снаряжение, которое влияет на статы. Контейнеры, которые влияют на статы, они тебе даются за уровень, и они находятся в инвентаре. Влад, у меня вопрос. Да?
А вот у меня есть дробовик в руках, у меня есть краска на дробовик, а как применить ее? Ну, пока что я знаю, что у меня можно применять, у вас не знаю. Но потом меню модификации можно будет применить. Модификации? Да. Ну, тут нажми, нету такого. Ячейка. Дробовик и нажми, не знаю. А, вот, нашел. Модификация. И там будет все такие квадратики, да? У тебя квадратики, одно будет именно круглое. Во-во-во-во. А сколько у меня еще контейнеров? А там написано где-то, вот у тебя 5 штук еще у тебя. Ага. Стремел у тебя 5 штук. Покрашено. Вау, какой кошмар. Смотри. Вау, Влад. Покрашено. Покрашено. Не подходить к украшено, да? Окрашено. Не садится на дробовик. Нет, какая-то стрёмная майка. Майка стрёмная. Вообще. Да, они же все одинаковые майки. О, Блять, манда это опять зависла. Хуя у тебя какая. Ребята. Пизди ее, пизди. Насилуй. Я делаю ребут игры. И она явно не отвиснет, да? Хотя подожди, не отвечает. Может быть она раздуплится, нет? У меня такого не было. Да, был какой-то один фриз за все время, который я играл недавно, и то она отвисла сама. Спустя там секунду максимум. Понятно, значит уже... У тебя суперкомпьютер, блядь. У кого? 1060. И i5-8. Рулит. И i5-8400. Может быть... Ты там всех не убивай, Катя, оставь. Куда побежал? Подождите меня. Разогнался паровоз. Так они идут на меня, что мне делать? Так ты не иди туда, стой вот тут, где Катя умерла, тут и стой. Прячься. Сныкайся где-нибудь, сейчас я перезапускаюсь. Не имеет шлем. Зачем? Мне нравится. Один что-нибудь поприличнее, что у тебя поприличнее? Покажи пока, что у тебя есть. Пока Катя запускается. Да. Они смотрят, что у них есть. Мальчики, да, такие мальчики. Шмотками меряемся. Вот, у меня есть вот это. Что это? Что? Я не видел разницу. Это другой шлем. Подождите, а там... Там можно меняться вещами? Ребят. Нет, к сожалению. Только этими пушками. Жалко, да. Так бы раздели уже друг друга. Боже мой. Извращуги. В хорошем смысле, вещи тебе передали. Опа. Да, Влад? Да, потом. Да. Тоже вылетел? Да. Нет, я тут. Так, продолжить. Я продолжаю и к вам присоединяюсь, да? Ждем пряничку. У-ху. Где же наш капитан? Мажгоёбство продолжается. Подожди, тебе кранты, сучка. Иди ты нахуй, блядь, мразь. Простите, пожалуйста. Как грубо. Да что-то я не в настроении. Ну, в общем, я подумал, ну, я потом, в общем, будем тестировать, если у тебя будет время. А что будем тестировать? Что там, почему вылетает? Ну, как фиксить вылеты, да. А, обязательно. Обязательно будем разбираться. О, тут какая-то это... Я нашел статью, которая, может быть, как-то поможет. Ну, посмотрим. Мой... Тут два этих. В 80% случаев это бывает. Либо какой-то драйвер не хватает. Может, графику... Либо античит. Либо графику убрать, снизить где-то. Ну, кстати, у меня на максималках все стоит. Слева. Где? Эй. Подожди. Вот этот дяденька большой. Да. Простите. Как ты не заметила такого огромного дяденька? Я не знаю. Он такой. Мне показалось, большой. Что он дружелюбный. Тут нету дружелюбных. Дружелюбный это я, Влад, и ты, все остальные враги. Просто понимаешь, он. Ну или как минимум остальные поймут, что ты по ним выстрелишь. Он красненьким не светился просто. Он желтым светится. Угу. Это значит, он бронированный. Ах, вот оно что. Так, стреляй по всем.
Стрелять... А... Я не знаю, может поможет подключать оверлея. Это тоже надо будет потестировать. Ну, мы потом с вами... Мы вот только что в DBD играли, посмотрим. Я оверлей... У меня был включен, у меня ДБД просто шалило и косоебило страшно, пока я его не отключил. Спасибо, Владу. Помог. У меня нет места, понятно, все хорошо. Нету места? Патроны? Да. Так, у нас там сейчас этот летун будет. Какой летун? Снайпер? А вон он полетал. Где? Да уже поздно, уже долетел до земли. Там мужика скинули с балкона. А, ну я видела. О, там фиолетовый, смотрите-ка. Я на самом деле тоже не сразу понял, о каком летуне он. Трону, давайте. Да. Бомбардируй их. Он полетел? Направляй его. А как? На Е. Второй раз на Е нажимаешь и наводишь на эту точку, да. Хедшотик. Как это интересно. Что такое желтое? Враг. О чем? Я оранжевым стала. А, это у тебя уровень повысился. А, ух ты ж. Левел ап. Если что, то ты не снайпер, ты можешь вперед идти. Это мы тут вдвоем два снайпера сидим. То есть, иди. Я могу вперед идти, у меня щит есть. А, то есть вы хотите, чтобы я шла туда, на верную смерть, да? Туда? Вы просто уже привыкли играть вот так, как мы играем. Все ясно. Мы тоже пару дней тестировали эту игру. И, кстати, ни одного вылета у нас с тобой, да, по-моему? Нет. Это что? Это аптечка. А? Так, а тут... Я все-таки от музыки тащусь. Музыка прикольная, да. А, вон еще один враг внизу. Ах ты, блядь, такая. Мерт. Так, мне надо сейчас... Мне надо а попасть. Что у него там зеленое стало? Это лут? Означает, что там осталось... Он выбрал... Это лут, да. Это собирай все. Собираю. Зелененькие, синенькие, беленькие. Хорошо. А тут какой-то контейнер взять. Что это такое? Магнум. Да. Смотри, магнум тут. Я даже не вижу, а вон оно вообще. Это можно взять, да? Да, собирай, конечно. Хорошо. Контейнеры, да, открывай все. Но я пока что... пока что еще мои глаза не это... Не привыкли? Да, не научились быстро и оперативно распознавать контейнеры и прочие вкусняшки. Но... О, если увидишь, кричи. Мне надо время. Я обязательно раздуплюсь. Если мы увидим, мы крикнем. О, я теперь максимально могу модифицировать фал. Кого? Фал. Окей. Автомат фал. 7.62. 51. Я? Нет, ничего, уже проехали, все. Да? Опа! Да. Я просто не знаю, что такое фал, я думал тебя спросить, что такое фал. Вот, это вот фал. Что? У меня такой тоже есть. Ну, без модификации. Нейтрализуйте койла. Что? Ай-яй-яй, койота. А, койл. Ой, там о, кто-то. Койл. Это босс даже? Там снайперюга. Вот снайперюга это босс. Ага. С ним лучше не шутить. Не, за ним еще и пошутить можно. Вот там, где мы были, вот там бы лучше не шутить. Ну, а чё, дроник мой. А тебе надо его направить. Без тебя, без направления он не полетит. Сейчас мы чуть-чуть это обучим и пойдем туда, где были вчера. Да, вот там, где мы были вчера, вот там будет тебе весело. Да вы что? Я так рада, мальчики. Там ваншотают просто, вот что. Серьезно? Одно попадание, ты труп. Максимум два. Там даже хилер. Какую-то вы мне хотите прям такую вещь предложить. Очень такую прям... Заманчивую. Да, я даже не знаю, как... А чё, все? А, ну вот еще. Спасибо. Вон еще идет. Присядь, барышня.
Подожди, а где еще что-то? А, вон, вон. Граната, а, меня. Подожди-ка. Блять, мой... Ей тоже надо в снайперку. А, да-да-да, ей, кстати, да, снайперку бы найти. Да, не дашь? А ты можешь передать у тебя? Нет, у тебя же куча снайперов. А мне зачем снайперка? Если найду, то передам. Мои-то непередаваемые. Ну, слабенькая. Просто потому что, чтобы держать дистанцию. А-а-а. Когда тебя ваншотают, тебе лучше не подходить к противникам, тебе лучше по ним стрелять. Издали. Надеюсь, она успела помучиться перед смертью. А ты представь, как мне тяжело на геймпаде со всем этим дерьмом. Кто заставляет на геймпаде-то играть? Сам себя мучаю. О, вот, я нашел винтовку для Кати. Привет, Микуся. Кто меня решил затащить? Меня затащили вот эти два господина. Вот, Катя. А кто первый был, кстати? Что? А по-моему, Влад написал, да? Нет? Я тебе подписал о том, что вот выход... Как бесплатные выходные и раздача. Да, да, а я нашел, где купить можно по дешевке. Нашел, где купить можно. А, подожди, я не понимаю, что ты мне там дал или что? Я тебе дал винтовку. Ты подожди, мне дал винтовку? Забрал? А, я не знаю, может и ты ее забрал. А ну отдай, быстро. Блять, как она выглядит? Такая темная винтовка, полпап версии. Хочу вот это. Так у него всего лишь 6 патронов. Покажи. Подожди. Пал. Винтовка? Опа. Как? Да, блин. Не, открой. Нет, у меня нету. Ниже летай. У тебя она должна быть. Она вы. Ты ее, значит, подобрал, у Кати ее нет. Она такая темная с магазином сзади, по идее. Наслаждаться до 30 уровня. Микусенькая, как вот этим наслаждаться? Она у меня уже 2 раза вылетела. Просто она у меня такая опа! И говорит, до свидания, барышня. Не вспоминаю, сейчас еще. Да, это, мне кажется, надо будет как-то с этим отдельно поработать. Ну да, мы разберемся. Это стандартная фишка игры, Микуся пишет. Я говорю, у меня не... за 200 часов она ни разу не вылетела. Ну, у тебя суперкомпьютер. И за последние 2 дня тоже. СРС, что ли? Да, СРС, скорее всего. А как выкинуть? Пробел, как... ой, правая кнопка мыши, передать. Меню открываешь по правой... Да, я не знаю, какие у тебя там эти... Бери... Слам, отметить как, настройки... Бери клава мышь. Разобрать? Модификация, сравнить хлам. Как, блядь, может передавать? Не беспокоить и 10 часов, а может за 20 минут раза 3 вылететь. Правая кнопка. Посмотрим, мышцы. Как будет получаться. Как у тебя дела? Расскажи мне лучше. Как? Блядь. Блядь, говорит Артём. Нихуя не получается. Широкую на широкую, ёбаные волки, говорит Артём. Не палит контору. Именно так. Я не знаю, как на геймпаде выкинуть. Передать. А, нашел. Передать, да? Ура, да, передать. Передать. Передал. Кому я передал? Фу, я взяла. Кстати, это не та винтовка, но ладно, сойдет. Ну ладно, подожди. Я свою, наверное. Я тогда вместо... Подожди. Она сможет ее взять? У нее просто уровень недостаточно. А я хрен. Она 9 уровня, я не могу ее взять. А тебе какую надо? Я 4 уровень. Меньше надо уровень. Блядь, ладно, идем. Это 8 уровень. 4, подожди. Может, ладно, идем. Пойдемте. Ой, что у нас тут происходит? Бегите, 7. Ух так, ты ж. Катю качать, значит. Ух ты ж, в голову, блядь. Слава богу. Самый минимальный 7. Ясно, понятно. Так, это что? Торговый центр Джефферсона. Операция спецотряда. Средний уровень противника 0.8. Параметры операции. Подбор игроков. Все. До свидания, блядь. Кончили тут. Кончили? И что теперь мы должны сделать? Давайте пойдем пока контрольную точку захватим. А где пойдем это? Мушку захватим. Я иди отметил, за ним. Я отметил, у тебя появилась как контрольная... А вот смотри, полосочка. Ребята! Артур просит, чтобы вы мне рассказали, где продать вещи, а то у меня там уже шматья много, шифонер забит. Это на базе можно продать или... Убежищах. То есть нам или в театр сейчас надо телепортироваться,
или в Белый дом. Ну, на любом, да. В безопасном месте. А вот это сейчас добрые люди? Это злые, конечно. А будем их убивать? Ты их можешь разобрать, если при желании. Ну, я желаю. Вот тогда, сейчас, секунду. Давай тут разберемся. Нажми I. Сейчас убьем их. Нажать I? Нет, подождите. Я хочу их убивать. Зачем мне нажимать I? Нет, он хочет тебе рассказать, как вещи разбирать. А, вещи разбирать? Да, чтобы место в инвентаре освободить. А, можно вещи разбирать. Интересно. А потом из этих вещей там что-то зеленое, что-то... Подождите, подождите. Блять, как патронов мало у этой... Ну как нихуя она стреляет? Зелененькое что-то. По мне стреляют, блять. Огонь на поражение. Оно не исчезнет, можно сначала врагов убить, а потом уже залутаться. А, да? Да-да, не бойся, угу. Что оно исчезнет. Не надо рисковать попой. Попу надо убить. А, Артурчик... Там, куда мы идем. Артурчик пишет, что пока нету смысла разбирать, лучше деньги получать. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, дреби деньги. Мани, мани, мани. Где контрольная точка противника? Сегодня под грибами. А где? Хочешь, можем быстро смотаться. Можно телепортироваться? Да, можно. Он, смотри, олень, олень, олень. Где? Живой, живой, вот олень. Вот. Он убежал. Жопа оленя. Вижу! Там оленя жопа. Катя побежала за оленем. Собака гавкает. Вот. Подожди-ка. А где она? Катя? Вот он! Она пропала! Она пропала? Она только что была здесь. А вон же он убежала, вон убежала, вон она, вон убежала. Где, она, блядь? Убежала. Уже убежала. Вон туда, в переулок, откуда мы пришли туда. Да, только что было. Подожди, а вот убежала, враги, убежала. Давай. Да, он запугивает. Ты хочешь убить? Может, телепортируемся? Он запугивает, да, мирных жителей. А то Влад уже нас ждет там. Где? А как телепортироваться? Так, эскейп, да? Да, нет, М. Да, в Белый дом? Нет, ну я в театре лично. А как? Пошли в театр тогда. Как? Как это? Просто наведись на театр и зажми X. Поселение, зелененький домик, там голубенький кружочек, это Влад. Подожди. Ему переместиться можно. Я... Быстрое перемещение. Вы можете быстро перемещаться в уже посещенные безопасные места. Нужно... Наведите курсор на нужное место и удерживайте X. Хорошо. А, все. Подожди. А где, блядь? Там на карте зелененький домик должен быть. Зелененький домик. Видишь его? А, поселение. Вот там вы... два кругляшка. Вот вы две мои точки. Вот так надо. Обосраться, блядь. Обосраться. Да. И давай, туда, туда. Не надо сраться. О, вон она. Лови вот, ее. Лови ее. Подбор игроков, понятно. Голосовая связь, понятно. Значит, телепортируется. Я уже телепортировалась. В моем почтовом ящике есть предметы какие-то. Вот иди сюда, вот тут вот продавать. Торговец. Нажимаешь F, переключаешься в инвентарь. Там вверху есть инвентарь. И можно серое продавать. Да, и можно продавать все, что ты не используешь. И можно купить, что тебе надо у него. А... Если там снайпер какая-нибудь будет. Продавать вот. На дважды нажимать? А, пробел просто нажимаешь и все. Метить. Один раз пробел нажимаешь и продаешь. Понятно. Лам. А, это, блядь, я говно вот это всякое собираю и его продаю, да? Ну, скорее всего, да. Так. И оружие можно, да, продавать? Все можно, короче, продавать. Я просто быстро по пробелу тыкаю и все. А если я что-то не то продам? Вряд ли ты что-то не то продашь. У тебя нет ничего, что... Не того, что можно продать. У тебя нет ничего ценного. Продавать все, вообще все, и даже зеленое, даже то, чем я экипирована. Нет, то, что ты экипирован, зачем продавать? Все, я... О, тайник, смотри, есть какой-то тайник, предметов нет. Все, хорошо, я продала. Лох,
хлам. Быстро устаревать буду. Да, это логично. А где почта? Почта. А зачем почта? Ну? Почта. О, вот подожди, здесь. Проект. Открываешь тайник, вот видишь, где я стою. Нет, пока подожди, у меня... Что, блядь, подарить сталь, подарить нагрудную броню? Чё, блядь? Всё, до свидания, нихуя непонятно. Где ты? Вот. Тайник. Там вверху переключаешься в почтовый ящик. Угу. Доставка, подарки. У меня какие-то подарки. Беспощадный, конверсия, чертёж. Это что, можно забрать? Это можно забрать, это да. А как? А как это забирать? Пробел. А, Ф. Все вот это забрать, типа, да? Да. О, боты! Какие? Рубашка. О, нихуя себе, я там раздеваюсь. Блять. Ну, ладно, я не против. Слушай, что? Я что-то пропустил? Да. Я что-то слышал. Да, ты что-то пропустил. Подождите, у меня там в гардеробе сейчас должно быть что-то интересное. Получается. Или как? Как давай это? Показывай. Как это одевать? Шесть штанов разных. Желтые штаны. О, не, хочу вот эти. Я не знаю. Я уже смотрю. Ты уже смотришь? А, подожди. Я уже смотрю. Где вот эти вот штаны? Для какие тяги? А подожди. Не продавать красное оружие? Подожди, так, раз. Так, красное не надо, красное... Давай, Влад. Вот это раз. Буду. Нет, а как это? Всё, я... Стану к ней. А что вы делаете? Два, три. Вы штаны снимаете? А, нет. Они фотаются со мной. Боже, это мои фанаты. Все, ребята, пойдемте дальше. Я ничего не понимаю пока что. Мне надо потом будет давай покупить. Давай за мной. Ctrl нажимаешь? Вау. Прикольно. В жизни вот так, да? Да. Только ты такой вылазишь, у тебя руки сгорели нахуй. Так это ж... Там же не на руках. Мы же не руками, мы же специальными этими. А, пристегивались штуками? Да. Ладно, хорошо. Карабинами. Мы варвары руками. Ну, типа карабины, да, подвижные. Угу. А теперь назад возвращаться надо, да? Да. Ну как назад? Просто 200 метров пробежать. Какой кошмар, 200 метров. Но ты это... вообще, ты вообще первое время ходил, читал вывески суши-бара. Да, я просто хотел кушать. Мне в Белом доме надо поговорить с кем-то. А вот эту запись я уже читал. Всегда, блядь, говорит, да. Пожалуйста. Мне в Белый дом надо. Побежим туда, как раз вот нам по пути. Нам по пути? Бежать, найти где снайпер. Просто туда и бежим. Стрэнс 99. Кстати, здесь можно двери закрывать у машин. Во! Мы хотели вообще вышку захватить. Вышку? О, федерал! А, смотрите! Вот плохие ребята. Убивать. Они плохие ребята, потому что... А это хороший человек. Они хотели убить хорошего человека. Смотрите, они сделали ему плохо. Это я ему сделал плохо, потому что я взорвал краску одного... сумки, у одного из этих бандитов сумки. Но он обдрищится и все пройдет у него, да? Ну да. Перцовка, ну и... Убил его. Хорошо. Вот смотри, вот стой, Кать, подойди к этой машине через пробел. Вот. И? Может, дверь закрыла. И вот этой, по идее, должны двери закрыться. Просто я так бегал какое-то время, закрывал просто двери на всех машинах, которые видел. Зачем? Ой, не знаю, мне было олень ушел через зеленые штуки. Олень. Мне было весело, не осуждайте меня. Да за что? Протестировать две пушки. Которые две пушки мне дали в этой, что ли? Подожди. Давайте мы ее не будем душить разными вещами. Давайте ей дадим повеселиться. Хоть немного. Вот это... Вот этот пушку? А у нее... Беспощадный. Ладно, хорошо. Я с ним. Перекаты. 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 Йоу!
Контроль над сектором. Стой, а теперь прицелься, прицелься, прицелься. Ага. И нажми среднюю кнопку мыши. Обосрушки. Где враги, блядь? Иди сюда, мразь. На нахуй. Всем пиздец. Ра-та-та-та-та-та. Отдача, наверное, зверская. Отдача, да? Пиздец просто. Ну похуй вообще. Где, блядь? Там пулемет. Блядь. Вон там где-то. Ну, сейчас, сука. Сейчас огонь. На-на. А вы точно в ту сторону воюете? Не знаю. Просто стреляй врагов. На нахуй! А в какую сторону воевать надо? А вон где Влад стреляется. А я куда-то не знаю, непонятно куда. Так, немного вам улей иначе. О, подожди. А если вот так, бам! Во, улей работает. А теперь нажми F. F5? Нет, просто F. Просто F? Позвать союзников. На нахуй! О, там кто-то фиолетовый. Промазал? Подождите. Да. Промазал. Ждите-ка. Подожди. На, блядь. Где? Вражеский командир. Ах ты жопа драная. Блять, нихуя какой урон наносится. Ау, чичи, ау. Перезаряжайся. Я вижу, мразь. Пошла. Рядом замечена позиция под охраной противника. Пулеметчика снял. Ах ты, блять, такая. Там желтенький, там желтенький. Ребята, прикиньте. Там гранату заряжали в тебя, Катя. Ого. Вы же меня защитите. Я, ну, я убил, как бы, его. Но... В следующий раз будь внимательнее. Я... Когда у противника появляется иконка гранаты, значит, скорее всего, там сейчас будет... Полетит граната-гранатомёт. Мне пока что хорошо. Я попробую... Пока что. Я попробую это... запомнить все, что мне нужно запоминать. Так, Кать, а теперь давай... А? Чё давать? А нам бы теперь переместиться ближе внутрь, скажем так. Ой, ты, блядь, ребята, я тупая, пизда. Не выбегай так. Рядом позиции под охраной. Катя, давай сюда, иди сюда. Куда? Подожди, там, там какой-то пистолет лежит. Ко мне иди, а он не пропадет, он никуда не едет. Да. Вот, садись сюда. Как? Фу. Ой. Все. Да не перегревайся. Не перегревайся. Давай, давай, дай ей повеселиться. Я просто вижу это лицо на стриме. На нахуй, мразь. Блять, перегрелась. Иди сюда. Пулемет заняли. Все, жопу поднял, пулемет потерял. Да. Рядом замечена позиция под охраной противника. Все, он кончился. А подожди, да? Я листнула случайно этот. Оплачено. А. Оно все, да? Хорошо, ладно. Иди подбирай свой пистолет, где-то там бы хотела подобрать на склад. Открой доступ на склад. Пропустил, Влад. Что? Не, я сказал, что... А, ты про это? Не надо. Ты хочешь в клан? Ребята, вас хотят в клан затащить. Клан? Клан. Не, зачем меня в клан затаскивать? Я не так регулярно играю в эту игру. Я тоже, кстати. Я вообще не играю. Мы чё, геймеры тут что ли собрались? Не, ну как бы можешь предложить, ник ты мой видишь? Я вообще... Вот,
такая, давайте ко мне, дуйте ко мне, ребят. Сейчас она там что-то тыкает. Рядом позиции под охраной противника. Так, все выше и выше и выше. И выше. И выше. Что он там потерял? А ты где? Вы не туда пошли. Бля. Тупые. Мы думали, тут это будет дверь. Ага. Дверь. А что такое вопросики? Требуется КТ, координатор. Ой, да, КТ. Ему что-то дать, да? Требуется. Да. Поговорить. Ему надо пищу. В первую очередь вы лучше зайдите на склад, посмотрите, что там. Отдать все. Я дал все. Ты подарил все, а мне что я делать? Всё, да. Ну, у тебя если есть что-то, подари ему. У меня ничего нету. А, ну ему больше ничего не надо. Ты же забил ему все нужные. А, так один забивает, значит. Да, значит все. А тут, ребят, а тут желтый большой контейнер, в нем пошли. Какие-то штуки. Классическое что-то. Я разве его не открывал? Его открывал. Нет, он закрыт. Я открывал. Но это для тебя. А... Вопросик. Я вижу вопросик какой-то. Что это, блядь, за вопросик? Он меня... Что это, сука, за вопрос, блядь? Это значит, рядом какое-то неизвестное мероприятие. Можем пойти и разузнать, что там. Надо сходить на мероприятие. Да. Тут этих вопросиков вагон и маленькая тележка. Ну это тебе, правда, не ведьмак? С его вопросиками. Инвентарь. И каждый слот... Не играл. Каждый слот вещей посмотри, на что поменять. Типа снаряжение. Ну вот это я могу поменять. Ну, вот смотри, видишь, у тебя контейнер справа мигал в инвентаре? А, нет. Ой. Вот это? Контейнер опытного агента. Да, вот его открываешь. Зажимаешь F. Хорошо. Да. Тебе еще чуть-чуть насыпало снаряжение. Угу. А это типа броник? Насыпал. А, нет, это типа кобура. Подожди. Чё? Артём, а как это одевать? А, подожди. Уровень навыка, уровень оружия. А, вон чё ещё получается. О, насыпался. Всё понятно. Нихуя непонятно. Они там без меня что-то делают. Ух, ух. Мы фонари бьём. Нормально. Там все вещи. Это вообще наше дело. Все, идем куда? Она, вот она, я иду, она иду. Я иду. Там вопросик. Где-то она. Идем на вопросик. Идем на вопросик. Идем на вопросик. Мне нужно срочно понять. Идем на вопросик. Что это за? Вот здесь. О, подожди, тут какой-то мешок валяется. Где делось Ф? Можно даже урны. А это я его открыл, так что у тебя он тоже открылся. Угу, все понятно. Вот, стой, Кать, пальни по этой красной сумке. По сумке стреляй. И чё, всё? Видишь, он потерялся, он не знает, куда ему идти, и бить не может. Угу. То есть потому что ты взорвала химикат у него в сумке. Угу. Наверху. Блять, нихуя отдача какая, а. Блин, я перелистываюсь. О, нихера себе. Так вы их убьете? Я за водичку скажу. Да, конечно, есть. Приближается противник. Откуда вы? Вон они из окна попрыгивали, эти клоуны. Агент ранен. Что происходит? Катя, убей того ближника. А, подожди. Давай, стой, спрячься за грузовиком, спрячься за грузовиком. То есть через пробел. Я сейчас к тебе подползу, поднимешь меня. Не перестреливайся пока. Пока не стоит. Так, подожди. Он же выходит, стреляет. А как? Остановить кровотечение, пробел. Ну что тогда, Артёма? Чё? А сейчас... Видишь, он по нему даже не попадает, если прижаться к грузовику. А почему пробел не отрабатывает? Пробел нормально отрабатывает, просто не надо время этого нажимать в ASD.
Он идеально не попадает в него? Он очень-очень-очень слабо. Ой, нет, попадает. Видишь, смотри, снес три, все. Нет, в конце-то концов он попал, когда полностью в спину зашел. Но это дело такое. Смотри, нажимаешь F, и выбираешь точку, либо желтый домик, либо такой зеленый флажок. Ага. Что вы сделали? Что вы сделали? С тремя звёздами. Подожди. А чё, в белый дом нам надо? Пойдем в белый дом. Да, нам в белый дом надо, можем там возродиться. Ну пойдем. Мы нас убили, да. Артём. Я вовремя пошел за водичкой. Да. Я стоял в центре двора, меня повалили, я решил показать Кате, как поднимать. Как надо, да. А по итогу... Блин, они не прижались к грузовику и по ней настреляли. Да, наваляли мне, напихали, блядь. Мы в белый дом все пошли? Да. Совершено нападение на спецотряд. И они запрашивают срочную помощь. Я жду тебя на южной лужайке белого дома. Подойди к нему. Вертолет уже заправлен. Стоило пока ты вернуться, мы померли все. Тебе у него... Восстановлен доступ к городской системе видеонаблюдения и обновлены карты в командном пункте. Вот сцена. На кухне теперь есть все необходимое. Люди могут отдохнуть и поесть в комфортной обстановке. Это укрепило боевой дух. У меня ноль технологий. Нам поступает большое количество трусы в горох. Верно. Что из этого останется здесь, лучше не скажешь. Излишки мы распределим среди гражданских. Надо же, у нас появились излишки. Как с языка сняла? Белый дом снова оживает. Так держаться. Пролеты делают красивые по базе. Не надо делать пролеты. Так, и чё, я к нему подошла. Подойди, зажми F. Да, и посмотри. Доступно очко навыков. Окей. Очко. Окей. Выбираешь вторую способность, какую хочешь себе. Из доступных. Какую я хочу? А что значит, какая доступна? Вот если я доступна, ты можешь выбрать любую из этих. А что мне надо? Он у тебя есть. Что я хочу? Так, сейчас, подожди, стой. Мне сказали стой. Можно я посижу? Я бы рекомендовал взять турель, если честно. Нажать на дрона? Да. Ну это, допустим. Чё, а? Дрон у нее есть. Дрон у тебя есть. Оптика. Надо турель? Я бы рекомендовал лично турель. Ты можешь ее поставить и спрятаться где-то, она сделает за тебя всю работу. Ну, можно тогда турель, да? Как ее покупать? Эмодификация. Как ее покупать? Вот на... Не понял. Импульс? Почему импульс? Импульс не надо. Импульс просто метит, по-моему, противников. Если... Доступно. Открыть. Фу. Все, я взяла, да? Я обычную турель, да, берешь. Я сделала это, нет? А, нет, вот так. Нажми, чтобы она полностью прошла. Использовать сразу. Назначить в ячейку Q. Все, у меня будет турель. Все, теперь ты начинается какой-нибудь сложный бой, ты сразу, ты просто дважды жмешь Q, выпускаешь дрона, ну и дальше уже идем, отстреливаем. Угу. Ладно. Что здесь? А не все оружие можно красить? Тайник. А, все, которое мне выпадает во всем случае. Все, что я видел, можно. Конкретно. А, любое вот оружие тут, можно вот тут у меня зеркало. Вот тут у меня зеркало. На моей базе. У тебя зеркало? Не понял. Да, ну, у меня на моей именно базе. У меня тут, вот у меня контейнер есть. Ключ надо, ключ. А, ключа нету. Ключ это слоновой кости. Это сложно. Это, насколько я помню, ну, во всяком случае, когда я их проходил, пытался пройти, это довольно сложные боссы были для меня. Найдено мобильное устройство. Найдено мобильное устройство. Фу, взять. Зеркало? Нет, вот тут у меня зеркало будет. Тут вместо этого шкафа. Шкаф. И вот у меня вместо него было зеркало. Ну, возможно, в будущем, да? Если сильно хочешь поменять, я тебя могу пустить на свою базу. Да. Вы слышите, да? Мы тебя слышим. Там чувак признан виновным в измене. А, нет, это я не слышу. Это я тоже не слышу.
Идти куда оранжевый маркер указывает. Хорошо. Иди куда глаза глядят. Вот сюда, войти. Блин, где-то надо. Мне нужны новые фигурки, иначе я не смогу закончить карту. Иначе я не смогу играть без фигурок. Эти, как обычно, в ДНД играют. Что узнала? Так, ну эту заставку я пропускаю. А полезного? Ну, ладно, наверное, пропускаем. Как выяснить, куда ушло лекарство? Капитолий? Туда мы точно не пойдем. Пока нет. Но с подключением к спутниковой сети и запуском главного узла связи зубов у нас прибавится. Тогда посмотрим. Ну а пока что у нас есть данные, что президент Элис выжил. Он в руках одной из группировок. Главное задача найти его. Да ну нахер, нам грозит еще одна вспышка эпидемии. Наплевать на политиков, нам нужно лекарство. Он поможет нам его достать. Оно в надежном месте. Как она сидит? На чем она сидит? На стульчике. В этой своей позе, как она там. Что-нибудь сообразим. В своей позе. Что-нибудь сообразим, говорит барышня. Не пойму, Мэнни, это комплимент или наезд? Так, что извини? О, маленький рыцарь. Бабка старая, знаешь, когда с огорода придет. Че? Что вы там? Какая серьезная. А вы их меню смотрели вчера, кстати. Нифига у них тут меню. Ну, кстати, да, можешь почитать, поржать. Молоко надо им. Воду, не чай. Надо, это их меню. Это их меню. Это их меню. Это что у них на обед? Гамбургеры сегодня. С беконом. Да. Не сегодня, а в неделю, то есть на неделю. Ну блин, я был раз в месяц, блин, хотя бы. Слушай, они жрут лучше, чем я. Вот именно. А у них, кстати, апокалипсис, не забывайте. Пойдемте, ребята, меня ведет на маркер. Пойдемте. Так, бежим за ней, бежим. Бежим за ней, вот, А какой маркер? Не знаю. Я не знаю, какой маркер, но бежим за ней. Оранжевый. У нее, сейчас, секунду, я посмотрю. А у нее опорный пункт, у нее, скорее всего, опорный пункт отмечен. Кто-то куда-то ее ведет. Все, я понял. Это помнишь там, где мы не могли... Я не могу. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Подожди, где кто рататашит? Это я же делал. Это я. Ой, ты писька. Я уже подумала, что меня кто-то убивать собрался. Пиу, 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 пиу. Он слева. Ну, пошли. Ба, нет. Хоть пробежал, значит, убиваем, надо. Убиваем. Мальчики, пожалуйста, убиваем. Вот слева, вот. Ставь турель, ставь турель. Подожди, нет, ставь турель. Проснулся маньяк. На-на! На-нахуй! Че, если она увидит противника, то она его довольно эффективно убьет. Eat my shit! Решают большинство проблем с Аимом, кстати. А, зеленый это... с пулеметом нельзя. Да, с пулеметом... игрушечка! С пулеметом нельзя, ну тогда я убираю пулемет, нахуй. Хрен. Пулемет и снайперки нельзя, кстати, маленькие. Снайперки-то ладно, но... Игрушечка, смотрите, собачка. Я говорил, в свое время я делал через вектор со снайперским прицелом. Это чит. Катя, ты убиваешь или там на игрушечке смотришь? Я смотрел. Катя, Валя поставила, все, она может игрушечки рассматривать. Да, я понял. Понял, принял. Нет, я стреляю чуть-чуть. В людей. Немножечко, совсем. Капелюшечку. Капелюшечку. Ой, тут ну, мирный житель. Без паники, говорит. Не надо паники. Мы на Титанике. Где вы? Рашим их, рашим. Где, блядь? Go Rush. Я, кстати, когда играла в Royal Quest, у нас гильдия называлась Riders Rush. Что это значит? Хуй бы знал. И не надо. Это MMO? Да, это MMO RPG. Смотри, ты можешь подобрать турель. Подойди к ней. А вот сундук пропустили. Подойди к ней и зажми кнопочку, на которую она у тебя стоит. Да, я всегда забираю турели с собой. Это Влад всегда их раскидывает. Все забрала. Катя вылетела? Нет. Она лагает у меня. Лагаю?
Где? У меня, да. Ну да, она у меня довольно забавно бегает. Вот именно. А у себя я нормально бегаю. Ну я вижу, что у тебя это нормально, а вот... Олень! Собака, это собака. Ну, Сана бегает, как будто, блядь, опаздывает куда-то. Когда до закрытия продажи алкоголя осталось 2 минуты. Блядь. Держите открытую дверь. Самое главное, что на стриме-то вроде все нормально. О, что-то синие штаны выпали, голубенькие. Точка. Точка, ребята. Точка? Точку берем. Точка вкусная и точка. Подожди, а... Нам за рекламу не платили. Блин, жалко с пулемёта. О, я вообще гениально турель поставила. Я думала, я ее поставила в другом месте. На крышу, да, можно поставить. Так я как-то глупо поставила. Показываю. Можно, например, сейчас сесть вот сюда за клумбу. Дважды нажимаешь Е. Я не могу сесть, подожди, я не могу сесть. А сейчас я у тебя уступлю место, Есть сколько патронов. И теперь я... Дважды нажми Q. Я просто быстро дважды нажми Q. Сейчас я заберу ее. Сейчас, подожди. Иди ко мне, блядь. Подбирать. Сейчас я беру, Катя, душу подбирай. Вот. Села. Просто дважды нажми Q. А, все, поняла. Хорошо. А у вас так это? У меня просто один всё, раз. Все, я забрала. Нет, на крышу. Если ты нажимаешь, то она у тебя начинает целиться. Ну, то он начинает целиться куда? Куда? Собачка! Собака! Смотри, я могу сделать вот так вот. Оп, и она полетела. Это если зажать кнопку, она летит. Не, если я зажму кнопку, когда у меня турель стоит, она уничтожится. Нет, когда она и у тебя в кармане еще. Не, я тоже через зажатие это могу делать, но тогда просто при отпускании она у меня вылетит. Пам-п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 ам. Слева машинки будут ехать. Пам. Ой, машинки. Слева? Куда за пулемет полез? Пам. Тяжело бронированный. Захвачено. Кто-то еще жив? Давай! Не, насчет интереснее, я-то не спорю, что на операциях интереснее. Я просто там одним глазом чат читаю. Происходит всякое разное. Ой! Ой, мама! Господа, а как там? В целом нормально. Просто мы бы хотели пойти пооперации. Мне надо еще. Но Кате надо снайперку выформить. Мы хотим пойти на сложные операции, где-то там, где сложно в целом. Мне надо научиться сначала. Гражданский в беде. Не, ну главное, что Катя стреляет и стреляет метко. А остальное уже так... Я помните, стреляю метко? Да. Я бы не сказала, наверное. О, лава-лап. Да? Это свои. Это классная штука. О, я надо лут собрать. Лут? Я, правда, не вижу никакого лута. У меня есть что-то светится. Вон зеленое светится у меня. Сейчас. Хуяк, блядь. Хуяк, ты больше не... Подожди, гражданский в опасности. Где? Да и фиг с ним. Мы должны это защищать. Же бесконечная, да, штука? Гражданские в опасности. Не знаю. А насчет... Не успеем, постоянное событие? Не успеем что? Куда мы должны успеть? Я вот...
Город большой, гражданский. Пойдемте, у меня вот сюда надо. Видите, где я? Не-не, давай сначала на склад зайдем, там лут должен быть. А где? Ко мне идите. Он там что-то открывает. Он там что-то делает. Ой, вот... Легонишь, да? Да. Пополнить запасы. Калибрирует, ну, наверное, вы там. Вы вроде никуда не торопились, правильно? Ну, Катя, куда там чуть-чуть, все опаздывает. Всех убить. Да. Всех надо порешать. Что это такое за штуки? Это лут. Открывай сундук. Гражданские в беде. Мы должны гражданских спасать. Зачем? А, это все. Зачем я делала? Чтобы они жили долго и счастливо. Я сделала что? Мы же все-таки дивизия. И что? Что мы дивизия? Ты вот свою дивизию. Вот это. Ты вообще безответственно, я смотрю. Дивизийская штука. Вот это. Понятно все с вами, понятно. Для тайных операций, но я не могу, потому что я еще маленькая. Так. Маленькая страна. Маленькая страна. А их как-то снайперки не падают, да? Там, где душе тепло и ясно, там, где всегда весна. У меня сейчас такие флешбеки из лагеря пошли. Мне больше нравится эта песня, где маленькая страна, но зато большие горы. Да. Да. Вот. Спасение гражданских дает миссию ликвидации плюс опыт и дроп. Это обычная бесконечная активность. Короче, если вдруг я пойду сама, то я постоянно буду спасать гражданских. Постоянная активность нескончаемая будет у Екатерины. Вот я как раз спросил, Лада, это бесконечная? Ой, а что такое? Что это вон такое? Значок. Что это? Это вот как раз убийство важной цели. Значок. Пойдем убивать важную цель. А у меня маркер вел в другую сторону. Ладно. Маркер никуда не денется. Это ликвидация. Значок. Это 6 метров. Ой, это что за баг был интересный сейчас? А у меня висело в воздухе что-то. А, вот оно висит у меня в воздухе, что-то. На дрона похоже. Исчезло. Ну вот. Так. Что это там? Там плохие там враги, люди? Враги, враги. Фак! Моя фак! Турелька стреляет. Ой, у него там что-то. Он кинул гранату. Я ему из руки выбил. Я поняла, как гранату кидают. Прикинь, да. Я начинаю чуть-чуть соображать. Но это совсем чуть-чуть. О, блядь, кинул. Поставил как больненько. Не, ну это тебе не в сию играть. Да блин! Здесь постоянно какой-то экшен. Ладно, хоть просыш, как это делать, ребята? Ракина нету, минус. Сделали. О, вот. Подожди, оранжевый Ракина. Маркер. У меня родился оранжевый маркер опять. О, вот еще, кстати, эти противники. Где? Ходят. О, противники, ходят. Они сзади респаунились. Они вышли из этой, из этого здания. Вот твоя цель, агент. Вот твоя цель. Где моя цель? Дайте мне цель. Вижу цель, иду к ней. Ой, зелененькое что-то выпало. Какашка. Я хочу взять это. Подожди. Ой, вот что-то, сундук. Где? О, рубашка. Рубашка тут. Вот сундуки. Взять. Ну, у меня, по крайней мере, рубашка. Взять. А у меня штанишки. Опять штаны, меня... блять, ты штаны любишь коллекционировать. У меня тоже персонаж есть 40 уровня, так-то. И что вы предлагаете? Собраться? Нет, не, просто вот там человек пишет, ему бы к нам 40 уровнем. Я тоже сюда могу прийти 40 уровнем. А вот мы что с Катей делать будем? Ну вот какой интерес.
Не, вы так как раз, вам так как раз будет интересно, потому что это ваши, по-моему, уровни будут. Давай. А вот нам с ним будет не особо. Кто там стреляет? Блять. Мазафакер. А желтенький это кто? Это... Это все враги. Это элит. О, можно щитом пиздить, я даже не знаю. Да не толкайся. Моя турелька что-то делает. Значит, поставила ты ее хорошо. Еще один готов. Все, все умерли? Да. Все. Mm-hmm. А, это ты. Hi, hello. Bonjour. Сзади. Сзади? А, сзади это у вас сзади, не у моего сзади. Хати свой зад. Да. Рядом позиции под охраной противника. Катя там так и не выпала снайперка никакая. И я без снайперки хуярю. Что-нибудь дальнобойное. Да. Покажи личика. Зачем? Что, убил его? Да. Угу. А, Катя, посмотри на оружие свое. Давай я посмотрю на оружие свое. А, на штаны пока посмотрю, что там подобрал. С оружием. Не жилистая. Хуй так какая-то. Ясно, ничего нет. Можешь взять своего беспощадного и с ним идти. СРС снайперка, но у нее уровень недостаточно. Да, это мне мальчики дали, у меня уровень бомж. Уровень бомж. Пау. Звучит хорошо. Так, ну что? Погнали поиграем в Марио. В Марио? Марио Карт? Давайте за мной. Подождите меня. Так, а ты куда? Коробку открыть. Подожди, бокс открыть. Это в гардеробе. О, смотри, какая у меня золотая хуйня выпала. Контейнер. Вот золото. Ты про вот это, вот это открыть? Ну, такое, если честно. Ну, если честно, хуй-то. Или какую коробку? Так. Вот это золото. Что вы там делаете? У меня вот это золото. У меня вот это золото. Посмотри. Где? Ну, честно, тоже такое же хуйта. А почему золото такая хуйта? А что они делают? Потому что Ubisoft, чем ниже рейтинг, тем лучше, чем красивее. Ну, я тоже заметил, что чем нихуевее цвет, тем, блядь, красивее само по себе. Открыть. Даже это везде работает. Альпинистский рюкзак. Для тайных операций уровень 5. У меня такая есть. А у меня? СРС возьми, СРС возьми. А я уровня 5? Да, я уровня 5. Вместо этого. А, вместо чего-нибудь. Может, вместо армейского P416. Да, думаешь. Да. Так, и где он? О, неплохо. Это, кстати, неплохо. Нормально? Открывает твое вот страшное она. Лицо. Мое страшное лицо. Ну-ка, надо проверить. Терт, стой, нажми F, нажми... А, ну у тебя там уже стоит прицел. Это враг? Нет, это статуя. Подожди, там человек стоит. А, нет, это враг, это враг. Это враг. На свою хуйню какую-то можно повесить. Зачем мы их... На этот, зачем мы их напугали? Зачем вы их напугали? Потому что я захотела проверить. Все, это все объясняет, да. Все объясняет. Тут все вопросы как бы... Да. У матросов нет вопросов. Можно из пистолетика пострелять. Гиены. Ой, пистолетик неплохо так стреляет. Неустановленные гиены. Лично я в первую даже не играл, у меня ее даже нет. Пропустил самое интересное. Заснеженный Нью-Йорк.
А я тоже не играла в первую. Подождите, я не понимаю, у нас что, полицейский туда есть? Оу, арестуй меня, пожалуйста. Я себя очень плохо вела. Полис. Боже. Оу, мистер полисмен. Так, так, нам надо вообще туда, и там, окей, хорошо. У меня нет фуражки, но у меня есть рубашка. У тебя есть рубашка? Мне, смотрите, надо мне идти по маркеру. Все, пойдемте. Театр гиен. Вот у меня, кстати, да, есть этот скин из резика. Полицейский этот, полицейский скин жилет. Скин из Resident Evil? Это же RPD, блядь. Каракун Полис Департмент. Мальчики. Я откуда взял? Дай хочу. А вы... Раздавали. Блядь, и что же мне не взял? От охраны против... Ну, одному одни руки. Куда? Одну штуку каждому. Поблизости. О, есть эхо. Запись какая-то. Активировать. Эхо. Катя пропустила опять лут. Невнимательная. Мочите их. Снайпер перед нами. Убейте. Мазафака, бабат. Все? Все, конец шоу. О, прикольно, когда я прохожу через эти голограммы, так вибратор, блядь, ага, геймпад вибрирует. Ну, видимо, у тебя не только он синхронизирован, да? Да. Контрольная точка союзников. Куда она так бежит? Я не знаю. По маркеру по какому-то я бегу. Она вперед бежит. Она мчится прям вообще. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас. Ждем. Сейчас вроде разродилась, я перезапустила ОБС-ку. Вроде должно картинка. К той же трансляции все. Да, все. Я оперативно отработала. Да, что у меня с интернетом? Либо ОБС-ка затупила, потому что она попросила обнову, я ее не обновила. Надо было. Мне было... Что там? Там же 3 минуты. Так надо же посмотреть, что там обновилось, почитать. А, ты смотришь, что обновилось? Ну, обычно да. О. А тут мне было не до почитать. А флаг можно стрелять американский? О, можно продырять флаг американский. Нет, а это в какой-то колде, по-моему, тебя, да, убивало, когда ты по нему стреляешь? Их не то, что их дырявите, они рвутся. Погоди, а, вон туда. Полицейские буянят. Прикольно. Ну вот, ты говорил, вот что лампочки. Физика хорошая. Вот лампочка. Вот. Эй, действительно неплохая физика относительно. Особенно до игр, которые вышли в 23-м году. Ау! Да, Redfall. Так, не трогай Redfall. Почему не трогать Redfall? Я еще в него не играл. Я хочу лично пощупать это говно. Ты не хочешь это щупать, даже я не хочу трогай пощупать. Я товарищу писал такой, не хочешь? Я хочу. У него геймпас есть. А он такой, ты зачем меня так не любишь? Ты зачем мне предлагаешь говно поесть? На нахуй! А ты щупал Redfall? Я его видел очень много. Ты обзоры смотрел. Да. Я, скажем так, Хотя... не обладаю. А, я сейчас обладаю. Я возьму тут вкусняшки. Угу. Так что мне как-то... Надо скамейку найти. Говорят, в этой игре скамейки хорошо разлетаются. Лавочки. Так, подожди-ка. Ну, хули. Вот сюда вниз мне надо, вниз, ага. От Аркейна тире беседки. То есть от создателей Дизонорда. Ну да. Ну это другая студия. Так как она там? Аркейн Леон или как? Мне нужно пути к нему доступа, Стивил, первый раз. Понятно, каждый опорный пункт... Который Прей делали. Проект освобождения, такой проект. Проект хороший, ну. Чем они занимались, хуй поймешь. Скорее всего, как обычно, эти эффективные менеджеры, которые
Мне все понятно. Делайте, делайте. Все для участия в ПВП идите нафиг. Для каждого участника. ПВП это не карту. Для нас. Это не для нас. Это вообще. Это не точно не про меня. До свидания. Я тоже не особо люблю ПВП. Что здесь? Я все равно лузер, поэтому проверить. Мне не надо ничего никому доказывать. Все равно да. Это появился домик у нас теперь, да? Да, контрольные точки. Домик. Вот домик. Это все понятно. Деревни. Контейнеры со спецтехнологиями можно найти со свечной тратра. Оказаться контейнер с разрешением. Кому продать говно? Шкафчику продать говно. Угу. Хорошо. Завершить. Я поняла, но я забуду. Продать говно. Так, где продавать говно? Шкафчику. Шкаф. Хорошо. Сначала отметить все как хлам. Да, вот я так и делаю. Так вот. А как отмечать как хлам? В. Подожди, мне надо сначала. Ой, а это что такое за контейнер? А, нет, это тайник. Это мой тайник. Мне надо переодеться. Если хочешь. Контейнеры да, с орлом, там очки как раз для открытия навыков. Ну то есть смотри, у тебя есть турель, она может быть одним из трех режимов. А? Соответственно, чтобы открыть остальные режимы, тебе нужны эти контейнеры с орлом. То же самое и с дроном. И с любым другим. Плюс там еще есть улучшение, например, ты сможешь носить с собой больше боеприпасов, больше аптечек, больше гранат. Разные весы открывать на оружие. В общем, все ты это сможешь сделать. А если я выбираю хлам, то это станет потом... Что с этим станет? Оно просто будет отмечено, что это хлам, и ты его сможешь одной кнопкой или продать, или разобрать все, что является хламом. А я нажимала это... В, у меня не нажималось. Я продаю. Не-не-не-не-не, вот нажми... Вот нажми на рюкзак левой кнопкой мыши. И вот нажми ТРВ. Нет, именно В на клавиатуре. Надо. Блять, а почему я. Ладно, все. А то, что я переодену, тоже. То, что ты переоденешь, с него снимается метка хлама. Подожди. Всё. То есть то, что на тебе надето, ты не можешь отметить хлам. Ага, я это поняла, хорошо. Уровень от навыка. А что лучше, уровень от оружия или уровень от навыка? Урон от оружия я бы тебе рекомендовал брать. Уровень навыка, он повышает уровень твоей турельки. Вот смотри. Ну, сейчас. Я поняла. То есть там, например, турель, она начинает бить больнее. То есть у нее плюс 20 урона, плюс 70% прочности, потом плюс 40, плюс 60, плюс 80, плюс 100, 120 и 175 урона при перезаряде. Броня. 3000, кстати. Ого. Вот так. 12. Что лайфхак? Хак лайфхак? Урон. Четвертый. Магазинчик надо? Люблю циферки. Чтобы мышкой не тыкать, W и S прожимать. Я попробую когда-нибудь. Опционочка. Ура, урон от оружия. Да, я хочу вот это лучше Влад. Одеть. Охладись, пись. Хватит гоняться за хвостом. Голова болит, пиздец. Так, подожди, что теперь мне... надо нажать взаимодействовать и... как мне продать... Таб зажми. Прям зажать. Хорошо. Мы продали хлам. И я теперь могу что? Серое оружие продать, да? Серое. Можешь все оружие продать, которое ниже твоего уровня. Которое ниже моего уровня, все оружие продать. Это продать у нас вот так. Угу. Так. И красное оружие не продавать. Да, и красное тоже. Я только одно красное.
которая у меня экипирована. Он слабо бьет. А вот этот не надо. Вот этот не надо. Можно в тебя улей бросить? В меня? Нет, я Влада хотел хуйнуть. Все, я продала. Влад успокоился. Вот, ходи вокруг нее лучше. А, крыса бегает. Еще крыса бегает. Так, идем дальше. Это мы, что ли? Это она про нас? Нет, тут крысы бегают по полу. Ты увидишь меня на трансляции. Да, это именно так и выглядит. Замочек поставить на красное оружие, и я его никогда не... Замочек? Да. Замочек. Как это поставить? Подожди, замочек. Отметить как? Там у тебя должно быть такое отметить как кнопка. Отметить как... Р. Кнопка Р. Да. Как избранная, да? Английская. Как избранная. Да, как избранная. А как это? Вот так? Пробел. Все? Пробел. Р. Хорошо, все, готово. Ну, да, Давай лучше камень-ножницы бумагу. Я сделала. Давай. Пойдемте пиздец. Давай втроем. Давай втроем камень-ножницы бумагу. Две ножницы и одна бумага. О, кстати, следы остаются на... Да кахули ты топчешь своими ногами грязными? Так, вы знаете? Так наоборот, чистый становится пол. Давай, Катик. Давайте, зажми. Знаешь камень-ножницы бумагу? Как? H? Зажми H. Да. Найди, да, вот камень, ножницы, бумага. И потом нажми пробел, когда... Нет, ну мы втроем сейчас посчитаем. А куда я, блядь? 3. Куда-то в воздух, блядь. Давайте на счет 3, граждан. Стою, вы бросили пить по воскресеньям. Давайте, раз. Подожди. Мне сейчас надо... Встанет, мне надо, блядь, зависла. Встать нормально. Как клуша, блядь, какая-то. Все, давайте. Раз, два, три. Охуенно все видно, блядь. Я ничего не вижу. У кого что? Я вижу, у тебя ножницы. У меня ножницы, у меня ножницы. Мне кажется, мы друг друга за сиськи трогаем, мне кажется. Я даже скриншот сделать. Мы целуемся. Ну, видимо... Кто там тройничок хотел? Огонь. Хорошо стоим. Оторвитесь друг от друга. Подожди, можно F12 сделать? Я уже сделал. Ну давай я еще раз встану к вам поближе. Сейчас. Вот так. Огонь, извращенцы ебаные. Кто бы говорил? Ой, что там кто сегодня писал? Все, пойдемте, ребятки. Так, у тебя по итогу что ты... Выяснили, подожди, кто был с качалки, ну ладно. Ты с факом там, что ли, стоял, Влад? Фики-факи кулаки. Восточный выход. Что делаем? Западный выход. Я не знаю, нет, я еще... Усиление деактивировано. Давай просто бежим за ней. Давайте побежим там, где вот нам весело будет. Вот сюда вот. Куда? Думаешь, она готова? Я думаю, она готова. Смотри, она даже ни разу не вылетела. Тьфу, блядь. Я по голове постучала, по своей деревянной. Почему у меня начала голова болеть? Не знаю, потому что... Что-то... Цифрок много. Да, много информации, и... И я трезвая, поэтому голова болит. Видимо, впервые за долгое время, да? За 2 недели. Или нет? Ага. Нет. Ай. Навести на Влада? Навела на Влада. Подожди, он бегает. Навела на Влада. И что сделать надо? Расстрелять. Ник зафиксировал, да. Прямо в жопку ему, в жопку. Ты там напиши, что ты со стрима, чтобы я вспомнил, кто ты. Ну, это Артур, ты его знаешь. Мика. Микушка. А, все, я вижу. Мико-чан. Эй. Допустим, пусть будет. Мне хочется на пробел прыгать. Ой, а вот какой-то ящик взять. Что там? Рюкзак. Я... Так, подожди. Мико. Мико.
Я его действительно не могу вспомнить. Вот прям прости, Артур, но я тебя не могу вспомнить. Мы играли в КС-ку. А-а-а. Мы играли в пиратов. А, в пиратов мы с Артуром играли с Тёмой и Вовой. Скамейку, скамейку. А если вот этот ящик? Нет, ничего ему не будет. Ну, он гнется, как бы. Лампочка. Лампочка разбилась. Я забыла камера, про она. Другую игру. Про какую я забыла игру? Во что мы еще играли? Катя все забывает. Human Fall Flat мы играли. Это хорошая игра. Люди, люди, говно на блюде. Что за люди? А мы, по-моему, не туда идем. Я не знаю, куда идти. А, это добрые люди. Ребят, давайте... Пункт вещания истинных сынов. Один километр. Да. Попробуем миссию пройти. Пойдем. Только мы пойдем. Миссию пройдем. Нихуя. Вот что бывает, когда стреляешь им по сумкам. И они такие, у меня разлетелось хлебало. Давненько я так не чихала. В Human Fall Flat мы многие там были. Дурачились, что попало делали. А потом можно обниматься. Съели, да? Меня скидывали. Там все же повзрослели. Навряд ли. Здесь? Кто? Влад. Human. Владах. Human Fall Flat. Поэтому меня с вами не было. А эти Fall Guys? Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Ну, он бесплатный, я знаю, но я в него не играл. Fall Guys и у меня нету. Но он в эпиках бесплатно, да? Насчет эпиков не знаю. О, я с пистолетом, я молодец вообще. Он не так давно стал бесплатным, сколько я помню. Хуяр. А зачем я тогда в Стиме покупал его? А я откуда знаю? Как и Rocket League бесплатная теперь. Не, ну Rocket League. А маяк Акопян? На машинках. Мяе. Не, мы зашли, мы заходили с моим другом, который только бы тоже этот футбол не особо любим, но на пару вечеров засесть можно. Особенно если бесплатно. Почему? Засесть на пару вечеров там. Я помню, как меня Фасук такой, типа, я тебя поцелую, вот так берет меня, а у меня персонаж такая пряничная барышня, ромовая баба такая. И он такой меня типа, муа, и потом скидывает. Усюка. Вообще безобразник. Углепластик. Ну, теперь, знаешь, кому нельзя доверять. Никому нельзя доверять. Контейнер. Идем взять перчатки. Кобура. Вот еще. Он бежит, половину пропускает. Вот еще. Тут видос с нарезками иногда смотришь. Ну там смешно было, да. Вот еще. Он нам оставляет, он вот приучает еще. Нас. Чтобы мне просто мы... это все не надо. Ах, ему не надо. Он потому что. Ему не надо. Он потому что жирный уже, у него все есть, он ни в чем не нуждается. Это мы с тобой. Зажрался. Два нищеброда, которые просто едят утром бутерброды без масла даже. Это правда. Обнаружение. Узнать о приближении противников можно с помощью мини-карты. Хорошо. Y закрыть. Нос и крой, да. С кабачковой. Я выстрелил в машине, я закрыл этот капот. Тут жалко машины не на сигнализации еще некоторые. Я бы сделал так. И слонов добавил бы жирафами. Даже я уверен, класс я уверен, что с большинства машин просто уже акум скрутили, да и все. Так, еще сумочка. Как думаешь, скрутили бы акумы с машины? Да, конечно, скрутили. Весь бензин бы слили, все бы... А тут все равно никто ничего не ездит.
Ну так, а генераторы-то нужны, нужно чем-то питать. Опа, генераторы на солнечных батареях. Вот тебе и топливо, в крайнем случае атакума можно... На нахуй! Что-то зарядить, что-то запитать. Опа. Вставай, вставай, не надо. О, нормально он так лежит. Он такой занимается жопой кверху. Опа. Куда вы? Я бежим. Не знаю, ведите. Мы бежим. Что-то мы долго уже бежим. Пройдемте в участок. Пройдемте. Вы же хотели, чтобы вас там арестовали. Арестуйте меня, пожалуйста, господин полицейский. Госпожа полицейская, арестуйте. Подожди, я нашла рюкзак. Сумка. Кепка голубая. Ух, я даже не успела нацелиться, а ты уже убили. Он еще. А, фиолетовое. А, оранжевое море, оранжевое солнце. Оранжевый верблюд. Я устал бежать. Ну, вот перекатываться. Патрулирует. Кто патрулирует? Кто-то. На-на. Ты кого-то видишь? А, я никого не видел. Я его из-за тебя не вижу. Да, этот щитовик это то еще зрелище. Лайка. Кто? Шушлайка? Зайка. Тут зайка. Не стреляй в него. Зайчик. Там нет зайчика. Вот лежит зайчик. Ну, зайчик лежит. Это Кенни, да. Пишет в чатике, что я оседлала его. И я когда делала нарезку из этого всего... я вставила песню «Я маленькая лошадка» и на Кенни сажусь в этот момент, когда мы в лифте собирались подниматься. А еще, по-моему, я ж тебя, да, Кенни, бросила и этот вставила это мимас, этот «Она меня бросила», что-то типа того, этот, который ревет там уебан. По-моему, да. Блин, прикольно. Так. Надо пересмотреть будет. А чё мы вон не убиваем охрану? Вот. О, рубашка охуенчик. А, ребят, чё мы охрану не убиваем? Можно я вот так? Мамочка. Так, если что, я... Меня убийство не волнует, меня волнует лут. Я налутался, можно убить. Хм. Со снайперкой, конечно, интересно. Блин, я вместо того, чтобы нажать, я перекручиваю. Ой. Пока что еще. Этот момент мне надо как-то исправить. То есть кривость моих ссаных рук. Ссаные руки. О, тебе на руки, сын. Аж, у меня тут бомбочка лежит. Я ее не могу взять? Я не знаю. Граната лежит. Здесь не берется, значит, не берется. А, нет, это... Гранаты? По... Да. Гранат надо пользоваться вот так. Я не умею им пользоваться. У меня фу. Вау, смотри, что делает. Смотри, вы посмотрите на него, что он делает. О, вот тут было много лута. Вот тут. Ага. Так, этот там, блядь, танцует, пока мы тут хуйней занимаемся. А зачем мы хуйней занимаемся? Или наоборот, он хуйней занимается, пока мы тут лутаемся. Сынов анархии. Госпожа полицейская. Пойдемте. Забери контейнер с техникой. Подождите, а можно мне, пожалуйста, поснайперить? Давай сюда. Пожалуйста, снайпери. Куда? Я вот тут из кустов. А можно из кустов вот здесь, нет? Она уже снайперит. Ты их увидишь? Не знаю. Главное, да. Опыт мне достается. Ай. Ай. Ах ты говна ай. Кусок. Мне не понравилось. Нравится. Ой, в меня ай. Попадают. Кажется, пряни умирает. Не-не-не. Да. И хорошо? Мне заебись. Лови нанобота. Мне заебись. Ой-ой. А. А что мне сделать с вами? Ничего, я его поднимаю. А это сильные враги, да? Да. Не круто.
Придется снайперку брать. Чит свой выброси, да, он тебе бесполезен. Вау! Придется снайперку брать. Агент выбыл из строя. Позвать на помощь, остановить кровотечение. Я сейчас подойду, тебя похилю. Придется турель брать. А я турель поставила, но, видимо, жопой поставила. Пойду-ка я турель возьму. Благодарю вас. Ага, иди нахуй. Готово. Ебать! Подними меня, пожалуйста. Ракета? Ой! Подними меня, пожалуйста. Я умерла. Пряня, вставай. А, я пряню поднимаю. Ой, ракета. Ой, Шикуня, привет. Привет, змейка, крошка. Змейка, блядь. Змейка, блядь, да. Как поднять? Да не поднимай. Ты, главное, не высовывайся. Катя, не высовывайся, все нормально. О, еще одна. Как себя чувствуешь? Нормально? Давай. Я турельку поставила. Я снял ракетчика. О, смотри, турельки я работают. Да сука, кто там камень поставил? Опа. Америка, Европа. Стреляй ему в жопу. Да, моя меткость. Я хоть раз попал, я не понял. Вроде попадаю. О, больно. Он реанимирует. Не надо реанимировать. Он уже реанимирует. Лекарь, да? Да. Он, это гандон. Моя турелька! Там все, моя только его. Осталась. Я забыла про своего дрона. Дрон, лети, пожалуйста. А чё он не летит? Что читаю? О, полетел. Давай, дорогой, взрывай. Бомби их нах. То, что мне клан кинули, пришлось, да, я видел, а это я Смотря какое веселье ты предлагаешь, давай так. На мачтах должны быть панели управления. Выруби их, агент. О, мы живы. Ты предлагаешь на этих уровнях полететь в Нью-Йорк? Не надо. Не надо, мы тут втроем. Плохая идея. Ой, внизу, блять, коробочка видел. За коробочками гоняется. Моя коробочка. Первое, не забывай, что лутер-шутер начинается со слова лут. А шутер-лутер? А нет такого, впервые слышу. Есть такое. Лутер-лутер, блядь, что это ты придумываешь тут? Я знаю, что тяжело не будет, но все равно, давай, не надо. Давай. Подожди, там у нас Артур хочет к нам залететь, тогда давайте я вас всех... Мы идем в другой голосовой, и Артур тогда к нам в голосовой залетит. Так, я нас перетащила в сквад. Не надо, почему не надо в голос? Ползи ко мне. Эй, сзади я тебя, ага. А? Мне к тебе идти? Нет, поднимаю Влада, он просто немного пал на колени. А, воин. Преклонил колено. Так, я турелечку поставила. У них у самих две турели. Да это пиздец. Блин, а куда мне? Больно делают они мне. Давай, лети. Красная взрывается, помните. Агент, иди сюда. Какой иди сюда? Который умер. Иди. Да, ща подойду. А ну подошел, блядь. Катя, держи, прикрой меня, пока я этого поднимаю пиздрика. Как я тебя прикрою? Капитана.
Понял. Капитан. Все, вы поднялись? Все, я поднял его. Жди. Удерживайте В, чтобы восстановить. Ну что, теперь это неинтересно, все. Все, что? Веселья не будет. Почему? Из-за того, что к нам зашел высокий уровень, нам подняли урон, чтобы мы не проседали от него. В этом-то и прикол, мы создали новых персонажей специально под это все. Либо выйти. Там много еще. Сейчас уже будет так интересно. Ну что-то они да сразу ливают. Нормально. Вот если бы он нового персонажа задал, тогда да, тогда нормально было бы, а так это неинтересно. И вы видите, они пошли 40 уровня, но они отлетают точно так же, как и наши предыдущие противники. Отключить передатчик. Станция связи отключена. Четвертый перс. Так у меня второй, и я создал просто персонажа. А у нас первый. А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из миски не хотят. Здесь, хотя здесь. Так, широкополосное вещание прекратилось. Ага. Теперь найди тот контейнер. О! Ага, о. Найти контейнер. Пяу. Контейнер где-то вон там внизу показывается. О! Пополнить запасы. Взять. Ребята, здесь вкусняшки. Взять. Музыка. Артём, у тебя сейчас будут флешбеки. Я был здесь вчера. Да, да. Ну, было весело. Это тот самый фонтан. Было весело. Особенно, когда, блядь, он пошел там что-то тыкать, а я тут лутался. Ты перед дверью стоишь, да. А я так перед дверью. Здрасте. Подожди, я не пойму, это что за урон такой отображается, конский, 89 тысяч. Ну так, смотри, я же говорю, это из-за того, что к нам зашел 40-й уровень, нас подтянуло под него. То есть нам повысило до его уровня все статы. Под максимальный уровень адаптируемся. Да, короче, считайте, мы в два клика стали адаптированы под максимальный уровень. Угу. Читерство. Да, читерство. Та дебильная механика, которая не должно быть. Софт. Это кто? Подожди, кью это? Это наоборот дурацкая механика, потому что, ну, буквально никакого интереса нет. Если тебе заходит просто твой друг 40 уровня, то весь челлендж пропадает как таковой, вся сложность. Которые и так тут не особо много после высоких. Опа, турелька с рядом с твоей турелькой. Просто может стоит выгнать тогда этот 30 уровень. А там можно выгонять? Ну, можно вроде как сделать закрытую сессию, админ, ну, если это... выгнать. Админ может выгнать любого игрока из лобби. Блять. Типа оттуда иконские числа урона, потому что у них хп больше стало. Иконский урон. Ну-ка вытащи свою головку. Сейчас он тебе как достанет шляпу свою. Блять. Вау. Отлично. Так, с контейнером осторожнее. Артём, не стой возле двери. Да я, блядь, понял. Кажется, я стою. Я ищу пулемет свой, где он.
Куда им засунуть? Ну так как раз это и плохо, что мы подобраны под нормально. Кто-то там умер. Нет, все живы. Level up, кстати, у меня. То есть теряется вся сложность этой зоны на ранних этапах. Вот так вот и пал. Комрад. Поднимайте его. Да чтоб я выдержал выстрел этого гранатометчика вчера. Да не в жизни. Подожди, а тут от этого ничего не осталось? От этого чего? А мне кажется... Или прокачка идет быстрее? Возможно, кстати. А тут что-то влияет на его скорость прокачивания? Может, уровень противников. Ну, как бы. Просто у меня хуяк уже 8-й ап. А у меня хуяк уже 11-й. Я тоже 11-й. Что там пусто? Так, а куда идем дальше? Надо на базу с... ходите, там дадут награду. Быстрый фарм опыта. Где? На операции. Подожди, а что делать дальше? Дальше идти обратно на базу. Агент покинул группу? Это что значит? Ну, то, что Шимаки покинул группу. Этот, который 40-й. Микусенька. Да. Ну вот. Помог и бросил нас? Потеряли пацана. Взяли, выгнали ребятенка. Ну, никто не выгонял. Да, я никого не выгонял. Так, сейчас саду тряпку уберу на место. Специально для таких случаев. А чё я-то сразу? Я никого не кидал, реально. Алло, почему я рыжий? Я блондин. Я просто выразил минусы этой системы под гонки уровня, под общий. Нам надо тогда прокачаться, и мы тогда будем вчетвером играть хотя бы. Надо до 40-го уровня докачаться. Да, когда вы там до 30-го даёте, тогда вообще... До Нового года докачаемся до 40-го. Почему до Нового года? Вон быстро, я была 3-го уровня, уже 8-го. Будешь с нами играть, когда мы вырастем? Когда мы вырастем. Если тебе хочется, можем потом вместе скатать. О! Я на втором персонаже буду, у меня там тоже 40-й есть. Ну, то, что Влад докачается быстро до 40-го, я не сомневаюсь. Я могу уже докачаться до 40-го одним кликом. Он у него уже есть персонаж. Да. А чё он не умирает? Кто? Потому что он остался 38-го уровня, заспавнился пока. В смысле, блядь, он же нас убьёт. Пока этот был тут, он заспаунился. А чё наш товарищ покинул нас, а враги не уменьшились обратно? Ну так они уменьшатся, как новые, которые отреспаунятся. Подожди, а у меня уже маленькие враги бегают. Нихуя себе, Катя, ты помоги его убить. Кого? Я занята. Ладно, окей. Блять, ребята! Вы что там наделали? Влад, убей его. Чем? Шопой? Катя, не беги, он сильный. Катя, не подставляйся под пули. Катя, не подходи к нему, он опасный. Ебать, он губка. Ползи сюда, ползи. Ползу. Что это дерьмо? А он не умирает. Мне патронов не хватит. Да. Катя жива? Да. То есть вот есть адекватные уровни. Они там хоть немного пробиваются, а это вообще весь урон впитывает. А если его убьем, мы до 40-го докачаемся? Не знаю. Только в меня не попади, сука. Он с луком, что ли? Он с луком, да, он мне в жопу вчера... Так, тихо, не надо мне, я целиться.
Он почти умер, кстати. Да, нихуя. А, мы его почти втроём всё-таки заковыряли. И у него ещё дофига. Знаешь, рейд-босс такой. Финальный босс. Рейд-босс. Подожди. Не умирай. В меня ж... Откуда вы? Я же просил не умирать. Иди сюда. Ковшу. Иду. Я не поняла, откуда вы. Что-то прилетело. А там со всех сторон они шмаляют. 3-5 часов до 30 уровня. Хорошо, давай. Благодарю. На тебе. Так, вон... Подождите. Не, пошли того лучника сначала. Забыли. Подожди, так сзади вон идут, господа. Сзади нам сейчас жопу расстреляют. Там Влад умер. Блять. У меня стрела возле жопы. Жопа стреляет. Ёбаный рот. Ты видишь, она у тебя нормально торчит? Или вот так же, как у меня? Она в колене у тебя. Ребята! Я за Катей пошел. А где она? Я лежу. Я вернись к грузовику. Хотел я подниму ее. Я поднял. Давай ползи сюда. Блять, просто. Я пока Катю искал. А, Катя под грузовиком, наверное. Да. А куда Катя? Как она там? Вон она, ее рука торчит. Я к вам бежала. У меня ничего из нее не торчит. Нет, она под грузовиком торчит. Она у меня ее разве что нога торчит. А давайте этого рейд-босса приманим на какую-нибудь миссию, пусть он там разбирается. А куда он ушел? А вон он дальше по улице. Сука, куда он, блядь, он застал? Ну-ка впитывай. Окружай его. На нахуй, мразь. В челюху как-то прилетело неприятно. Куда ползешь, не в ту сторону? Ребята, он походу КМС пополз. Не надо к нему подходить. Блять. Катя. А? Сделай что-нибудь. Я стараюсь. О. Там еще что-то. Влад. Что? Вставай. Да нет. Агент ранен, ребят. Катя. Блять. Ребята. Катя, не сиди так. Так не сиди. Это что за пиздос? Катя, я медик. Где, блять, вы? Ёбаный рот, блядь. Ты там чё, молишь? Ты пропал! Блядь. Что мы будем делать, две сосиски? Иди сюда. Всё. Отдыхай. Моя турелька там... Отдыхай. Меня унизили. Я иду к вам. Спасибо. Так, надо выбрать точку... Ждите, не умирайте. Идем к Ладу. А можно там же родиться? В этой же точке? Нет, в этой Пошли же. Пошли к Ладу. К нему телепортируйся. Стой на месте. Ты в белом доме, что ли, родился? Да. Да, в белом доме. Угу. Ты в белом доме родился? Да. Ты лунтик. Короче, мы так и не смогли его убить, этого парня. Да это какой-то рейд-босс, я говорю. Ну он очень... Поняли, насколько масштабирование нам силу повышает? Где котя? Я котя. А где вы, мои котята? Котя? Она куда убежала? Вроде даже... О, подожди, вертолёт. Сейчас она в Нью-Йорк улетит, кажется. Да. Не подходи к вертолёту, не надо. А я вышла на улицу. А как мне сюда залезть? К вам. Так, вон калитка есть. Верните ее к нам. Вот калитка. Где, блядь, калитка? Тут калитка. А, я не в ту сторону пошла, блядь, дура тупая. У меня какая клетчатая рубашка. Класс. Смотри, какая рубашка. У тебя такой нет рубашки. А точно нет? Подожди, блядь. Сейчас скажу. Клетчатая. Так она стандартная, по-моему, нет? Нет. У меня вот только что выпала. Вот. Ебать, такого же цвета. Сука, где покупал?
Все, побежали. А у Кати такой нету. И не, колпаки, нету. Блядь, еще новогодние, ага. Так, подождите, и куда мы идем? Назад, к лучнику. Назад куда? Куда-то он задиспавнился, мне кажется. Он исчез? Да. Козел. Давайте, я не знаю, вот сюда пойдем. Куда? Сюда, это куда? Вон туда, в обратную. За ним, короче, просто. Да. Музей американской истории. И что мы там будем изучать историю? Американскую. О, у нас фонтанчик с дельфинчиком. Вон, смотри, елочка впереди. И там трупик лежит. А вон мистер Олень ходит. Дельфинчика кормит, да? Мистер Олень? Да. Там олень. Это я, что ли? Нет, это не ты. Там возле фонтана олень был. Мне кажется, ты чего-то не знаешь. Ты там кого нашел? Он уже всех убил. Ага. Агр ходячий. Подожди. А если мы останемся на базе, а ты пойдешь убивать врагов, нам будет доставаться опыт? Кто? Я пойду? А, Влад пойдет. Ну, кто-нибудь пойдет. Я-то навряд ли смогу, я умру быстро. А ты прячься за укрытие. А, вот скамейка нашел. Желательно не со стороны противника. Вот. А вот это сложно. По скамейке пострелять. Они бедные в шоке, да? Да, кстати, классно они рушат. Я же говорю, скамейку надо. Вот так она сыпется. Проспидранишься? Что значит проспидранишься? Ну, смотри, как сыпется камень. Ну, это, мне кажется, что-то вроде съесть молока с огурцами. Боже, типа потрясаться. Молоко с огурцами, моя любимая. Ну, честно, это звучит именно так. Обожаю. Я знаю, что это значит. Срать по носам обожаешь или что? Не успеваю донести до туалета. Ой, господи. Он всегда в гонке побеждает. Подождите, да? Подождите. Я вижу врагов. Я вижу врагов. Катя врагов увидела. Ладно. Можно ставить турель? Все. Подожди, я заменю свою турель на щит обратно. Блять, что я нажал? Влад, Артём, Артём, Артём! У меня обучение, я не могу. Ну и конечно, всё. А держите их. Всё, моя турель хуярит просто. Хуярит, решает, а? Да. Девочка моя. Девочка? Да, турель. Как ещё озвучку из портала ей поставить? Опа, опа, опа. Куда побежал? Как много? Много? Ну а толку-то от них. Б. Б. Замечен вражеский кто? Капитан какой-нибудь. А чё, я не попаду так? А, вот там лежит мёртвый, видимо. Мёртвых стреляешь? Да, по ходу дела. Опа. Блин, я его так не вижу, не достану отсюда. Где ты, появись? Лидер умер. Лохон, значит. Турелька куда-то херачит моя. Цель приближается с фланга. Подожди, вон. Подавление. Что значит подавление? Это когда мы много по нему стреляем, он не шумает. Моралка падает. И не высовывается. А, ну, моралка упала. Приближается противник. Где? Детектед. Где-то детектед. А, вон сзади.
Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. А, он сидит такой, типа, пригорюнил. Пригорюнил? Да. Пригорюнился. Мертвый. Буду прикрывать. Зачем они пришли? Буду прикрывать. Мою базу убивать. Лежи. Опа. Паркур. Где? Блять. На карте отмечен. Такой красный. Красной стороны всегда подходит угу. Противник. А это еще и гранаты. Люблю гранаты. Какие кинул? Куда? В кого? Аккуратно. Иди ты совсем псих? Иди ко мне. Где еще? Где кто? А что мне? У меня щит. Level up. Нет. Топливный склад захвачен. А. Я думала, ап. Куда вы там стреляете? А, вон там еще, вон я вижу вражин. Тя, Катя. Катя. А. Все сундуки уже открыли без тебя. Да. Подожди, я стреляю. А, она стреляет. Ладно, ладно. Кому он стреляет? Не знаю, кого-то нашла. Ладно, я пойду пока это, Владу помогу. Тот без меня справится, но... Так, девочки, аккуратно. Катя, стой, я не сомневаюсь. А вот, вот за тобой нужен глаз до глаз. Сейчас чихну. И, блядь. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Отлично. Спасибо всем. Перезаряжай! Посмотри, опыт капает, заебись. А, прикольно, все, все, можно. Можно тут сидеть, делать. Но. Иди, куда ты пошел, мразь! Дайте человеку пострелять, давно не стрелял человек. Ой, она умирает только, надо уйти. Я, кстати, тоже когда-то был главой клана, но я забил на его развитие, я просто вышел. Благодарю. Пусть постреляет, да и пострелять. А то сейчас ты всех убьешь. В жопу мне хотя бы попадай чуть-чуть. Дай ей тир этот поставь. Все, уже все умерли. А что бы там? Там внизу лута много, Кать. Ага, никого не убил. Я видел. Я пострелял по нему, но я его даже не убил. Вот заходи внутрь. Вот там внизу еще? Внизу, внизу, да, да. Вот тут много всего. Ну, не так уж и много. Ну, немного, но хоть что-то. Лучше, чем ничего. Рюкзак. Ей этого, смотри, мало ей. Мало все, ей мало. Чайка, блин, да? Вообще, борзела. Кто-то чихнул, что ли? Что это за звук был? Это кашель был. А, это кашель. Не надо кашлять. Так, не надо мне тут. Тихо там. Вы со своими не надо? Вопрос по поводу того, будешь ты с нами или нет. Ты глава клана. Всем помогаешь по возможности. И это значит что? Что если мы с тобой в клане будем, то ты будешь с нами играться, да? Это значит, что он будет играть, когда у него будет возможность. Когда чайки маленькие перестанут на него наседать. А когда рюкзак, например, 8 уровня, у него что-то еще повышается же, да? Ну да. У него, например, вот видишь урон от крит попадания, внизу есть полоска, ну или вот урон от навыка есть такая за полоска заполненная наполовину. Да. Это как? Как бы это сейчас объяснить-то? Объясняй. Это
уровень навыка. То есть, смотри, чем больше полоска, тем сильнее этот навык работает. То есть, вот там плюс 1.2, если полоска на максимум, будет, по-моему, то ли 2, то ли 1.5, что-то такое. То есть, и, соответственно, если рюкзак больше уровня, то он дает больше брони, к примеру, или больше урона от оружия. Выше уровень навыков. Да. Да мне. А тут броня. Тут. Пока выйти подходить. Ладно. Так, хорошо. Что дальше? 2000. Координатор КТ. 2000. А вы где, мальчики? Я у тебя на миникарте отображаюсь. Я здесь. Ага, я вижу. А что будет, когда ты будешь разбирать шмотки? Тебе дают материалы для крафта и улучшения шмоток. Угу. А как ломать шмотки? Там есть кнопочка написана тоже. Разобрать вещь. Разобрать хлам. Нет. Сидим, где вот? Разобрать. Пока мне далеко до этих понятий. Да, да, да. Тебе надо хотя бы накопить 30 уровень. Ну, я смогла понять, что делать. Как разбирать. Я хорошо попробовала. Так, а дальше-то что мы делать будем? Идем в музей дальше? Да, я предлагаю пройти эту миссию. Ну, пойдемте. И я думаю, что мы на сегодня тогда миссию закончим и все. Ой, там еще уже люди человека. Уже 2 часа настреляли. В вашу группу вступил новый агент. В нашу группу вступил новый агент. Опять вернулись? Да. Чё, я опять пистолет взяла? Кулема, вот это да. И этот наш новый агент. Агент. Вон же Затя. А вот я его нашел. Во, вот так-то лучше. Так-то лучше. Нам вот сюда идти же, да? Тоже в синей рубашке, кстати. Обнаружено. Так он, кстати, парень, да. О, он такой в малине. Я один среди девчонок. Дедом теперь буду. Мне кажется, это самое худшее, что может произойти. Блять, это девчонок? Матриархат. Нет, единственный парень в женской компании. Просто. Дед, а ты не помрешь. Задавят его. Это этот. Это как оказаться в змеином логове. Ящичек. Так, ящик, да-да-да. Материалы. Вот еще. Это патроны же, да? Не, нихуя не патроны, это тут сумка. А, подожди, ну вот у нас вражина. А че ребята пропустили врагов? Мы бежим к миссии. Кто никого не пропускал? Мы оставили их для тебя, да? Ну ладно. Я-то не против. Так, подождите, а бачок закрывается? Бачок? Бачок? Где бачок? Бачок в машине заправлять куда бензин. А я вчера ездила на заправку и заправляла свою бибику. Вау. Удачно прошло. Вообще удачно. А еще я... Кстати, заметил, вы бежите, трава подгибается за вами. Мнется. Я же пиши через «ы». Я же съездила в понедельник в страховую. Все, мы заполнили все документы. Малышку мою осмотрели. И на следующий день, во вторник, мне позвонили по страховой выплате. Короче, выплата не очень.
большая будет, скажем так. Но на починку хватит. Подлатать маленькую хватит денежек. Вот такие вот дела. Взять все. Обнаружена вражеская контрольная точка. А еще что еще интересного и хорошего? Твоя цель — заметки и протоколы за несколько месяцев допросов пленных. Вся информация хранится в ноутбуке военного образца на складе, на нижнем этаже. Вот сука. Сперва нужно выпустить пленников, чтобы отвлечь истинных сынов. Где-то там должен быть охранный терминал. Должен быть охранный терминал где-то. Охранный терминал должен быть где-то рядом. Оглядись. Круто, мы... Пулемет долго перезаряжается. А, блядь, а присесть где тут? Ёб твою. Да, не присадись. Вот за эту стойку можешь сесть. А вас не смущает, что сзади вас пришел еще один наш союзник? Почти. Почти союзник. Это было крайне странно. Взять все. Замечен рабочий терминал. Многообещающе. Так, вижу. Какая елочка. Клетки. Клетки открыты. А что я еще хотела рассказать? А! Что, хорошие новости? Новости хорошие? Не. Найдено мобильное устройство. Ой, минус компьютер. Держите. Ой, блядь, ребят. Что случилось? Кто такое? Вижу дрон. Я научилась пользоваться турелькой. Самое нужное в этой игре. Научиться пользоваться. А? Еще боедродом научиться пользоваться. Ну, это когда-нибудь. Я приду к этому. Ну как тебе, в принципе, пока Division сам? Да, вроде норм. Ну, много чего непонятного, но это нормально. Собственно, как у меня с ДБД, да? Ну да. На первых этапах это все нормально. Главное, чтобы это было не так, как бывает. Ты такой, типа, поиграл, потом на месяц забил, потом через месяц поиграл. То есть надо, ну, если играть, то более как стабильно, чаще, что ли, играть. Что-нибудь еще нашла? Телефонный звонок. А вот точно очки, тоже, тоже опыт. Я так понимаю, мы тут вдвоем, да, с этим? Да. Мы тут это опыт набиваем. Мы сюжетную линию проходим. Мы тут идем вдвоем, платанка. Музей, в конце концов. Тут надо посмотреть на экспонаты. Да. Так, он умер. Ух ты ж. Троллейбус, трамвай. Это какой-то огромный. Мы тут были уже. Нет, они все разные. Катя сзади. Это отличная отсылка на то, что как Колумб искал Индию, открыл Америку. Да где сзади-то? Хотя они все разные. И так пойдет. А что я хотела еще рассказать? Хорошие новости. Хороших не было. Ну, плохие давай, бахай. А, ну я вам писала, да, что у меня это... Ну, это писала, да. Что я как этот... Как тарахтелка ездила у родителей. У меня в дороге... Открутился, значит, болт, который удерживает датчик АБС и тормозной шланг с правого переднего колеса.
И, короче, я как погремушка ездила. Ну, мы с папой попробовали это дело починить, прикрутить. Но мы не проверили вот так вот на кручение колесо. И у меня был такой металлический скрежет, как будто я еду в гужевой повозке металлической. И все это, блядь, гремело дико. Вы втроем? Где втроем? Где это вы втроем? И, короче, чё? Ну и по итогу утром я уезжать в воскресенье от родителей. Папа такой, типа, дочь, возвращайся, типа, гремит. Поедем к мальчишке, который мне машину чинит. Типа, он посмотрит. Ну, по итогу болт, который мой открутился, он упал между защитой, которая за тормозным диском, и вот между вот этой фигней, между защитой и тормозным диском. И когда колесо крутилось, он то, что там перекатывался, давал этот скрежет. Это было вообще бомба. Ну ничего, мы достали, все хорошо, и я спокойненько поехала домой. А, еще, ребята, я хотела похвастаться. У меня огромная редиска выросла, представляете? У меня вот единственное, чему хорошо, это редиски. В огороде? Да, в теплице. На фотки потом будут редиски? Огромные редиски. Что это за редиска там? Ну, я вам скину. Ключ какой-то я подобрала, ребят. Желтый ключик. А желтый, скорее всего, для миссии, да? Не знаю, я не прочитала. А что дедушка наш стоит? Дедушка решил дать фору. Дедушка устал. Дед, присядь. Интим редиски. New фото редиски в студию, да? Да, да, да. Что там за редиска? Самая большая редиска. А почему? Почему пишется урон иногда синим? Это в броню. Ай. Сзади у нас. Мразота. Подстрелил. Так, там сзади еще что-то, да? Нехорошие человеки. Так, хорошо. А что еще было интересного? Ой, а, ребята, что такое? Ой, там кто-то пришел. Там терминатор вышел. Да, бомбанул у него. Ой, кто это? А кто это лежит? Он, а да? Кто это лежит? А кто это ой, лежит? Ой, ай, дедушка прилег, блядь. Все, сердце не выдержало, да? Три барышни не смог. Музыкальную подарить. Визуализацию с редиской. А еще у меня... Я сегодня видела такую же красненькую машинку, как у меня. Прям точь в точь. У тебя красненькая, я просто не помню. Красненькая, да, у меня красненькая, ляленька. Окей, значит, я чуть больше дальтоник, чем я думал. Бывает. Камера на складе. Была вспышка, а потом белый шум. А позавчера, я когда ехала домой, выезжает бордовая такая же ласточка, как моя. Ну, не в той комплектации, как у меня, более дешевой комплектации. Но, тем не менее, кузов такой же. И, короче, там мужчина за рулем был, и он такой прям аж вот так вот, типа, мое почтение, вот, барышня. Так, тут какой-то Катя, что-то сюда. Послушать. Вот ящик. Сейчас. Все. Мы можем уйти в глухую защиту. What the hell? Все, вниз. Угу.
сыны анархии. Что-то знакомое. Сериал. Тут еще аудиозапись. Сериал «Сыны анархии». Снова вижу тебя на камере. Не смотрел. Прямо по курсу. Найдешь, но даже не слышал. Ну, слышал. Я смотрела. И как тебе? Мне понравилось. Очень интересно было смотреть несколько сезонов на одном дыхании. Прям сидишь, смотришь, как наркоман. А потом, значит... Да, я знаю, он о сынах анархии, да? Да-да-да. Вау, не может быть. Несколько сезонов прям офигенные, но потом, к сожалению, немножко началась мутатения. Ну, как это часто бывает, уже сезонов много. И просто... Сверхъестественное передает привет. Да-да-да. Сколько там сезонов? 355 тысяч? Ох, я не помню, там, по-моему, 17 сезонов, из которых нормальные, разве что первые 5. Первые 5 это уже большой успех, если нормальные. Что-то тут так, как-то со звуком что? Беда. О, Жиробасина там. Они там что делают? Все, он лёг? Жиробасина. Я пыталась сверхъестественное посмотреть, но скажу честно, это было тяжело. И я не посмотрела. Да, вот ни хера. Тоже оно не всегда было интересно. Там буквально через серию оно интересно. Ну да, иной раз прям просто там ты посмотришь одно и то же прям какая-то. Ой, идите сюда ко мне. А где он? Сундук нашел? Да, я сундук нашел и открыл. Иненькое все. О, богато. Хорош. Так. Война. Бесконечная стрельба над головой. Война никогда не меняется. И лежит в сырой земле, товарищ мой. Да иди ты нахуй, закопаешь ты. Сейчас тебя просто обоссут и на мороз выкинут. Гаси! Я весь обоими пулемета опускаю тебе в спину. Я вижу. Человек ты щит. Человек щит. Человек и кошка вместе, челокошка. Человек собака. Собака? Забияка? Чё у нас тарантиновские диалоги пошли? Кто писал? Эти диалоги. Миссия не закончится сегодня? Такой длинный вообще коридор. Уже финал. Конец-то. Да, обычно, когда нет зоны возрождения, это около финала. Я даже не заметил, где тут зона возрождения, где зона. Я типа написала тебе, нет зоны возрождения. Тут много всего происходит, мне некогда смотреть. Надо стрелять. Да, стрелять определенно надо. Уйди, говорит. Противный. Так, где-то сверху. Я уже всю сумку забил мусором. А, это враг? Какого хера тут творится? А как в него там стрельнуть? Так много стало. Ну давай, дрончик мой. Ой, он взорвался. Ну, перезарядка. Да, господи, откуда они лезут?
Из задницы. Ну, только что действительно из задницы. Так, я, кажется, помер. Не надо. Я бегу к тебе. Там что-то синенькое. Да, синенькое. Что, тебе подлегать как-то надо или что? На. А, ну, спасибо. Так тебе не надо, это мне скорее. Ем их. Да, наелся, накушал. Genshin Impact. Я как-то, кстати, на плойку ее. Она ж типа бесплатная, да? Я ее на плойку скачала, запустила. Ни хера не не поняла. И это. И пошла нахер. Все, мы закончили, да. Да, вон куда-то надо дойти, видимо. Открыт навык. Вау. Открыт навык. А. Вау! Левел ап. Йоу, мазафака. Ой, там враги. Я могу анальные шарики. Давайте врагов убьем. Все, это вот пошла та самая рубрика из героев цивилизации. Ну давайте последнее дело сделаем. Последний ход. Последний ход. Да. Да. Последний ход и спать, но потом точно последний. Ну все. Так до 5 утра. А, последний. Так, да, и так до 5 утра. В следующей неделе. Так выходные прошли. А я все равно, когда в общаге жили, мы садились в цивилизацию в пятницу, и в итоге вставали где-то, ну, заканчивали в понедельник вечером, во вторник вечером. Ну, боже мой, реально задроты. Что вы там делали? Мы купили пиццу, ну, мы покупали там пиццу какую-нибудь, заказывали. Включали сериал или аниме какое-нибудь смотреть. И вот это вот все чисто играли в цивилизацию. Легли спать, проснулись. Цивилизация. Ну, в магазин сходили, цивилизация, все, погнали. Голова кружится. Цивилизация. Ну а герои моему соседу по комнате не понравились. Рядом находятся заложники. Не фанат он таких игр, в принципе, стратегии, но цива зашло. Находятся заложники, ребята, у нас где-то рядом заложники. Мне нравится стратегия в стиле Старкрафта. А заложники, наверное, вон где вопросик. Да, есть такое, тоже их... Типа Старкрафт и Age of Empires, да, и такие прочие. Не экономические стратегии, не цивилизация. Ну я понял, какие РТСки. А если на крайняк, то градостроение. Вот это нормальное градостроение. Градостроение я не умею. А через пару этих. Так, наш дед опять где-то застрял. Где наш дед, Вастошупа дед? А где нам завершать? Где нам. Ой, смотрите. Мы закончили там, миссию, там перепалка, там война. А где мы разродимся? Мы не дойдем до Белого дома. Там война. Надо, я думаю, до Белого дома дойти, раскидать все говно, что мы нашли, и заканчивать. Подожди, тут наши охраняют, к ним идут злодеи. Надо не остановить. Надо спасти наших. Тут только поможет вылет очередной. Все, последняя миссия, последняя миссия, ну точно последняя. Ну смотри. Кто-нибудь скажите ей, что они бесконечные. Да. Сомнительные вражеские цели, понимаете? Нет, сомнительные. Но это не точно, да? Вижу противников, но это не точно. Я сомневаюсь, враг ли он? О, синенькая. Ключ доступа обнаружен. Ни хрена у нее там ключей сколько уже. Ой, а что это такое? Что это такое? Что это? Ребята. Ребята. Кто мне спину настрелил? Я тебе насувала. Это она тебя насувала. А подожди, я не могу взять место, нет. Это она тебя насывала. Мне надо что-нибудь разобрать ненужное, чтобы потом что-нибудь собрать ненужное, логично, разобрать. Где-то я это слышал.
Разобрать. Что-то мне знакомое. Надо. Мне просто нету подобрать места. Фу, ай, я взяла. Брат. Заложник спасен. Мы спасли Вау. Заложника. Ура! Хлоп, хлоп, хлоп. Все, активности закончились. Ну, погнал, не ломается. А идти не надо, да, нигде. Это... Телепортироваться просто. Все, мы можем выходить в любой момент. А где мы родимся потом? В Белом доме. Да, то ли в Белом доме, да, по-моему, в Белом доме ты рождаешься. То есть неважно, да, где ты там, чё? Да. Где-то в убежище. Ну тогда давайте... Блять, у меня нету... Подождите, мальчики, мне надо забрать... Надо ей расширить сундук свой. Как сундук расширить? А это, помнишь, орлы надо собирать? Оранжевых. Да, там у этого дядечки, у которого ты покупаешь новые способности, есть вкладка, где можно улучшать своего персонажа, там расширять. У меня орла. Там... Так, у меня три орла. Хорошо, значит, надо будет мне это посмотреть и с этим разобраться. Вау. Так, орла. Тогда все, мы ливаем из игры, надо просто выход из игры сделать, да? Хорошо. Выход из игры. Выход. А, я хочу же, ребята, кое-что показать. Вы-то у меня видели? Нет. Редиску я положила в животик. Уже редиску? Что? Я хочу... Мне страшно подпрессать, что она будет показывать потом. О! Сейчас, подождите. Она же, да, что-то хотела показать. Кто-то, вы же видели, а кто-то не видел. Мохнатого доктора? Да, мы разукрасились. Мы вот такие красивые. Я наконец-то купила краски и разукрасила его. Красавчик мой. Надо будет еще маленького сделать, который средний, серенький. И совсем кроху. И совсем маленького, беленького, да. Вот так. Почему не на ПК, а на плойку? Я не знаю, я что-то сидела с плойки, копалась, ковырялась, проверяла, что там есть, и что-то, о, Геншин. И поигралась чуть-чуть. Паровозить и объяснить многие моменты. Ну, слушай, у меня, к сожалению, вот времени нет без стримов играть сейчас. Поэтому я, наверное, все же тебя приглашу с нами на стрим. И ты с нами там попаровозишь, если это получится. Не сегодня, да, понятно, не сегодня. Был бы плюшевый, а плюшевый у меня есть. Вон сидит плюшевый Тоторо. Някушный. Вон собака, кот, обезьяна и кролик. Еще есть акула и с мышкой. Кстати, а? И пылесос, да. Ой, ребята, у меня же приключения были. Приключения заключались в том, что у меня был... Ну, вы двое знаете уже, да, эти мои приключения. У меня, короче, был перезапуск скважинного насоса, что привело к тому, что у меня разорвало водонагревательный бак. И у меня, короче, дома был потоп с потолка. И как оказалось, у меня не только водонагревательный бак порвало, у меня еще, ну, у него тену выдавило. У меня еще, короче, лопнул кран, который открывает воду на улицу. И у меня сейчас получается так, что... Короче, если открыть воду на улицу, у меня затапливает туалет. Туалет, ванну, и, короче, вот в этот угол комнаты сочится вода, и там внизу все в воде. Это вообще капец. Я на этих выходных будет активный ремонт системы водоснабжения моего дома. Вот такие вот веселые моменты. А я могу поделиться своей историей? Могу же? Обязательно, нужно даже. У нас, короче, какие-то ремонтные работы с системой газа, так что мы сидим без газа. И, ну, сидеть мы будем, наверное, числа до первого. Это минимум. Наверное. Да.
В итоге мы перешли сейчас на такую еду. У нас электронная духовка, там мультиварка есть. Микроволновка. Микроволновка, да. И вот важное наблюдение. Яичницу в мультиварке жарить можно. А пельмени в ней сварить можно. Главное перед этим воду закипятить в чайнике электронном. Омлет неплохо получается в микроволновке. Омлет может и да. Вот, ну. Но в целом для меня как-то открытие с мультиварка может еще и жарить яичницу целую. Слушай, в мультиварке. В мультиварке можно стряпать даже пироги. Торт, мороженое. Ну, торт, мороженое я не знаю. Ну вот я в мультиварке в свое время у меня. Она очень сильно жарит, ею можно пользоваться как фритюром, в ней можно жарить всякие оладушки, даже блины. Но только единственное, что там они получаются маленькие, их переворачивать не очень удобно. Короче, нюансов много. Мультиварка — это прям вещь. Мы пытались, когда дома вообще было нечего, но кушать надо было что-то. Вот. Пришлось еще и пельмени пытаться. Получилось довольно неплохо. Я люблю жареные пельмени. Это очень вкусно. Это как маленькие чебуреки. Я никогда их не ел. Я их никогда не ел. Попробуй, это вкусно. А еще очень вкусно текилу жареными. Ты их сначала варишь или сразу? Нет, сразу жарю. Очень вкусно текилу закусывать жареными пельменями. Попробуйте. Надо будет. Пельмени валяются уже месяц. Не ем. Ну, смотри, они имеют собак свойство... Собак кормлю пельменями. Собак. Тапкой тесто. Маленькое ест у меня. Да ты чё? Прикольно. Угу, тесто погрызывает. Моя, в принципе, всё ест. Только она почему-то у меня перестала морковку нормально жевать. Она в детстве очень сильно морковку любила. В детстве они все жуют, да. А но сейчас... С возрастом вот... это проходит у них. Но она сейчас... она еще картошку любила, сейчас все реже картошку кушает. Но еще она очень сильно любит кабачки, всякую вот эту вот дичь. Овощи. Да. Грызуняшка. Препод рассказывала, что у нее кот очень помидоры любит. Прикольно. Я понимаю, ну, что вообще. Собаки, но коты, это, конечно, а клубнику интересно. Не ест? Клубнику? Да, я... А, моя собака ест. Но она может, она ягодку может, она персики любит очень сильно. Она дыню может покушать, арбузик может покушать. Ну, правда, немного, это же все аллергены. Мало ли как собачка отреагирует на это все. Так что вот я так. Я покормил своего бульдога арбузом, он в обморок чуть не упал. Больше не хочу, спасибо. В том году, ну, ели арбузик. С этим надо очень аккуратно. Були, они же все прям жесткие аллергики. Это да. У меня француженка была. Вот это было вообще. Но она, слава богу, не аллергик была. Но с едой аккуратно надо было всегда. Да, Тотор? Кухарем питается. Да. Да-да. Ну что, ребята, будем закругляться. Мы сегодня молодцы. В принципе, я считаю, что для первого запуска мы неплохо поиграли. Два раза вылетели, постреляли. Вот да, с вылетами надо будет разобраться. Ну, потом, да, посмотрим обязательно. Ну, в принципе-то да. Потом вот мы играли сколько времени, и все было норм. Ну, посмотрим. Может, больше не будет? Может быть. Завтра мы с вами решим в течение дня, что мы будем делать вечером, во что мы будем играть. Но завтра мы обязательно встретимся. И поиграем. Там Мария скидывала в Дискорде ссылочку на игрушку. Там выживач какой-то. А, это ты. Надо посмотреть. Может быть. Платные выходные? Да, она спросила, может быть, ее типа застримить.
Время по МСК нет, не у всех. Мы все разношерстные. И да, только у нас у Влада время по МСК. А у меня очень-очень-очень поздно уже. Поэтому давайте будем прощаться. Я слышу уже по голосу, что ты уже такая... Она уже спит. Да, да, я уже... Я уже все такая... Закрой глаза. Привычка болтать просто, если я сейчас так чик, и все, и пиздеть продолжу и закимарю по итогу. Типа я на 2 минуты... Это как я, знаете, смотрела этот мультик, когда Киберпанк я смотрела. Я себе на телеке подрубила и думаю, ну сейчас еще там серию, пока идут титры, пока идет всякая фигня, я, ну, глазки закрою. А я смотрела, я не помню, какую серию, потом я глаза открываю, а у меня там 3 серии пролетело уже. Я, ну ё-моё, отматываем, блядь, отматываем. Да, я, а я такая... Я даже махнул, когда «Властелина колец» смотрел. Просто, блядь, на 3 фильма, да? Типа того. Выспался, надеюсь. По 2 сколько там? По 2 часа, 3 часа идут. А я помню, как я этот. Когда-то. Когда мы как раз. В один из таких дней, когда мы смотрели разные фильмы, да, там и играли в целом. И вот были поздние этапы, когда один ход, там, это надо перебинуть 20 юнитов, построить, назначив в 10 городах проекты. Ну и это, соответственно, очень-очень долго. И я сижу, что-то такое, пёрся на стенку. Меня мой сосед будет, типа, твой ход. Я такой просыпаюсь, смотрю. Сколько, где-то минут 10-15 фильма просто вот как по щелчку пальцев. И из-за тебя такие все перематывали, пересматривали, да? Да не, я такой, типа, а вот что происходит, ага. Такое, а что было, да, вкратце расскажите. Все самое интересное пропустил, весь экшен просто. У меня такая проблема, стоит мне столько там устроиться удобно, все, я вырубаюсь. Маршрутка, я вырубаюсь. Я даже могу стоя вырубиться. У меня было такое после тренировок. Нифига, ну у тебя сильная усталость, у тебя просто организм такой. Не, у меня просто сильная сонность. Хронический недосып. Да-да-да, типа того. Ну, бывает. Ну что, ребята, все, давайте, всем пока-пока. Всем чмоки-чмоки в обе щёки. Увидимся с вами завтра. Ну, примерно в это же время, как и начали. Мальчики, можете попрощаться. Всем пока-пока. Чмоки-чмоки в обе щёки. Молодцы. Все, всем бай-бай. До завтра.